А у нас ракета есть, да? Будем сегодня запускать. Всем здорово-здорово, други. Отличного вечера. Хорошего настроения. У нас начинается путь бомжа без доната. Путь новичка без доната в Robots. Значит, давайте пробежимся по последним изменениям нашего бомжовского, значит, ангара, да? Итак, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, я вот себе налил кофейку, чайку, и все в один стакан. О. Так, у нас, значит, есть 9 и 8 панюшеры, да, прокачанные, у нас есть панчер, серебра почти не осталось, я его подслил, щит качал я, значит, качал щит. До 7-го докачал щит Эку на ястреба. Ястреб у нас будет перекачиваться, потому что есть легендарный. Что я вам советую? Если есть легендарная машина, то практически в нее встроен модуль брони. Да, 10% КП это очень серьезно на самом деле. Поэтому, конечно, мы Кримсон Хавка будем качать. А того Хавка мы продадим. 6-й уровень это небольшие затраты по серебру, я думаю, мы быстренько наверстаем. Главное нам сегодня набить серебришки, как бы. У нас с вами 6000 голды, поэтому мы с вами, дорогие мои, прямо сейчас купим дрон Небула 2. И пока с Небулами мы тормознем. Так, у нас дальше показываю, перестановки были. Пока я снял призму, у нас теремок Хелл 8-5. Гекка, потому что снайера у меня нет, да. Не могу есть огнеметики, мы их пока не трогаем. Ну, все, что есть на легких слотах, я вам показываю. Все это мы потом продадим, пока пусть болтается. Пилота нам нужно начинать дальше качать. Во-первых, заменить умение пилота на ястребе дальше, да. И повышать его надо будет, это стоит 500. Вот, и у нас основная боевая машина, это редкая серия Олень. Ну, на новичок у нас тоже молодой Олень, соответственно, да. Вообще, это аккаунт боли каждого из нас, Warrobots, без доната, вот. То есть, это наш общий с вами аккаунт. Из всех-всех модулей, чтобы вы сразу знали, чтобы я другие не показывал. У меня есть только один антиконтроль первого уровня. Больше из пассива у меня ничего нету. Ну, кроме базовых, которые даются вместе с мехом, да, чтобы вы понимали. Здесь понятно, да, вам ситуация. Форму заполняйте. Мы сегодня с вами разыграем 25 дазлеров. Так. Бернадет нам надо повышать. Тоже 500 стоит голды, да. Сейчас мы будем здесь в этом направлении двигаться. Следующие перестановки у нас Девастатор вместо Тандера. Тандер 7-го. Пока играем на фейшифте, здесь бы, конечно, хорошо дрон-глайдер бы нам. А лучше атакующий. Ну вот, ну, посмотрим еще. Очень хорошо с биком играет у нас Орочи. Пилот тоже надо поднимать. Мы сейчас займемся скоро пилотами. Нам там с начального мелкой повезло, да, отчаянный ас. Так, раскраски какие, если есть, их надо будет потом все продать ненужные. Так, следующая перестановка. Докачал смуту, которую мы выиграли до 7 уровня. И скади здесь у меня стоит. Со сестры, а нам очень нужен все-таки самурай, да, нам здесь... Нам нужен самурай, ребят. Так что, возможно, со сестер мы продадим, как бы, скорее всего. Так, ну, в общем, пока так. И также у нас Лео, весь кислотный. Вот для него мы Небулу и купим. Ему бы, конечно, Last End не помешал для Лео. Ну, как вариант. А мы для Лео, кстати, Небулу... Давайте вот сейчас прям мы покупаем Небулу, ребят. Из бюджетного варианта за 2400, честно говоря, не вижу смысла тратить средства.
Вот этот вообще не покупайте, он вообще этот глаз не нужен. Из того, что представлено, здесь может пригодиться только не было на данном этапе, или глайдер, в крайнем случае. Но тоже под сомнением. Не было пока самый топовый дрон, имбовый дрон, который представлен в магазине. Мы его берем, вот мы его купили. Так, давайте посмотрим, чем его укомплектовать. Во-первых, нам нужно заменить сейчас дрон где-то, да? Я думаю, на гарпию поставим. Будьте любимы, здоровы, богатые, счастливы. Маркони, привет, дружище. Написал очень добрые слова для всех, как всегда. Игорь, спасибо большое. Игорь пишет: быть добру, будьте любимы, здоровы, богаты и счастливы. Спасибо большое, Игорь. Тебе и семье здоровья и добра. И вам всем, друзья, тоже добра и здоровья. Спасибо, дружище. Так, значит, мы, друзья мои, меняем дрон сейчас на гарпии. У нас есть Defender, он просто покрепче. Так, поменяли. Давайте укомплектуем небуло. Что у нас есть? Нам, кстати, неплохо было бы копить теперь голду, чтобы обе небулы нормально укомплектовать. Видите, сейчас какие есть хорошие призы. Неплохо было бы купить контроль-резистор или супрессор. 2250. Будем копить голду. Давайте с объединением посмотрим, что есть. В принципе, есть у нас контроль-резистор. Маленький, сейчас синенький мы сделаем. Ой-ой-ой. 50 голды это стоит. Так, получили контроль-резистор. Анти... Это что? Ну, это вот нам как раз не нужно. Пока не нужно. Так, что у нас здесь имеется? Ну, как вариант, хотя бы это поставить. Так, здесь у нас автозаполнение, и что выпадет, то выпадет. Ну, хоть так. Потому что пока совсем ничего нет. О, у Mild Damage Absorber, ребят, есть. Мы его возьмем сейчас. Во-во-во-во-во. Отлично. Так что, в принципе, на Лео теперь будет у нас Absorber. Пусть какой-никакой, но Absorber. Так, а здесь у нас отличилки играет он. Так, тогда мы снимаем. Потому что мы здесь поставим отличилки сейчас. Вот, у нас теперь Лео будет чуть получше. На данном этапе. Ну, Лео все равно, конечно, слабенький. Мы теперь можем дроны продавать. Ненужные. Так, мы продали два ненужных дрона. Ну, первые самые уровни, которые стояли. У нас уже так посерьезнее, да, становится чуть ангар. Так, мы сейчас с вами перейдем к сундукам. По прокачке я вам все показал. Здесь у нас пилот Адриан. Но Лео потом пойдет под замену. У нас танков вообще нету в ангаре. Ну, от того, от слова вообще нету, ребят, да, как бы. В этом, конечно, проблема. Давайте мы откроем ивент, потому что у нас целых уже замечательных 135 пилотов. 135 бойцов. Так, мы открываем по сотке пока. Посмотрим, что будет. Три сундучка у нас есть. Мы сейчас еще в боях набьем. Я думаю, середина. 1000 кипарика. Хотя я хотел, честно говоря, серебряные жетоны. Ну ладно. Полагаю, крайне левый. Так, детали Крамова. Так, у нас звука нет. Оп.
Так, у нас еще один сундук есть. О, звук появился. Так, вот здесь есть пилот на кипарика Мицуки. Нам бы она не помешала, кстати. Учитывая, что мы стремимся за кипарем. Здесь пилот есть, ребят. Что делать будем? Какой сундук откроем? Нам Мицуки нужна. С одноглазой собакой. Есть! Блин, не знаю, что меня дернуло. Есть, у нас есть пилот на кипарика. Только кипарика у нас нет. Ну, будет, будет. Давайте посмотрим, что у нас в деталях. Значит, идет сборочка у меня Хавока. Хавок пока собираем. Что у нас есть? 3500 всего лишь детали у нас на Керпе. Очень-очень мало. 6000 у нас сирень. В общем, у нас тут не а-ля улю вообще. Три робота у нас есть только по деталям. Остальное я продал нафиг, потому что там ерунда одна была. Так, снайер у нас собирается 7500. Вот Хавок мы... в мастерской производим. Крамолы, смотрите-ка, насобирали 6500. Правда, сейчас их понерфят все. Так, раздор есть 6000. Токсин нам он не нужен, в принципе. Можно и продать, но пусть будет пока. Думаю, пушечка универсальная. Нам призма вторая нужна очень. Так, еще детали скади есть. И токсинчик есть. Но нам очень нужен веном. Так, в принципе, есть детали. Смута есть детали, Хаммер есть детали. Ну, честно говоря, очень по ивенту нашему новичку не прет. Я участвовал где-то в 18-20 конкурсах у всех ютуберов, во всех группах. Везде кидал свои ID, везде заполнял формы. И, в общем, из всего этого нам удалось выиграть, походу, только 3000 ключей, смотрите. 1000 ключей я насобирал, 3000 ключей мы где-то выиграли. Где, хрен его знает. Ну, в общем, мы сейчас откроем 1000 ключей, потом откроем еще 1000 ключей, потому что особый приз у нас, да, за 1000. Откроем 3 по соточке, вот. А дальше будем по 10 сливать, потому что нам надо особое событие, пока нам нужно супер игра. Нам очень-очень сильно нужен титан. Вот я играл на титанов, я играл на титановые модули, вот сменить нажимаю, видите, пусто, ни хрена нету. Пушки давайте посмотрим. Ой. Ну, это мы с вами выиграли, шквал и все это дело, но мы пока ставим пулемет. Пулемет. И здесь у нас, видите, ничего нету, да, я не могу поменять. По тяжелым слотам нету. По модулям то же самое, участвовал, по-моему, в 2 или 3 конкурсах на модуле титанов. А, это магазин, ё-моё, черт, я уже обрадовался, что где-то платы выиграли. Тьфу ты, ё-моё, полная сосямба у нас вообще теперь. Бегемот на 4 смутах тащить не будет. Да, да, Игорь, не будет. Нет. Бегемот снова у нас в разряд уходит дальнобоев на 2 карты. Ну, может быть, на 3. Абис, Спрингфилд и Каньон на призмах. Все. Бегемот теперь отходит назад. Жаль, мы любили играть. Недавно встречал, кстати, Игоря в бою, не стрелял в него. Вот, знаю, что он любит бегемот, у него в ангаре есть. На самом деле, респект, вот, потому что это помощь, собственно, жизнерадостному человеку, Андрею Квасову, бегемот, кто приобретает по акции, это помощь этому человеку, кто не в курсе, да, теперь будете знать. Вот, ну, который с протезом железным. Так вот, я рекомендую разрабам, ну, что-то сделать с бегемотом, еще немножко его бафнуть. Ну... слабоват, он разбирается в упор, и нужно прицел сместить на чуть выше грудной фигуры, да, пупка, повыше поднять, чтобы когда вплотную атакуют с разбега бегемота, ревенан даже толкает его в упор, у бегемота падают на пол 6 стволы, и все, значит, он не боец. Так, я вам все показал, ни хрена у меня нет, ни модулей, ничего у меня нет. Сейчас будем воевать как-то, значит. В таких условиях. Так, ладно, сундуки, да, самые вкусные у нас сейчас. 1000 открываем. Эй, страшно-то как, елки-палки. Титана так хочется. Может, Артура возьмем, ребят, ну. Миденниру. Нам пригодится этот пилот, вы знаете?
прямо сейчас. У нас есть пилоты, которые мы сможем потом подпродать. Ну, пока пусть будут, будем потом смотреть. Оператор наведения Лео. Черт тебя дери, блин. А мы выбрать умение не можем. Мы можем только случайно нажать. Ох уж ваши лотереи, разрабы. Вот реально в печенках уже. Это даже не капитализм, блин. Это я не знаю, как это назвать, это самое. Вот эти лотереи, блин, сплошные. Тива налево. Мастер-оружейник, пускай будет, ё-мо. Хоть какая-то польза будет. Так, все, ладно, Медея есть. У нас существенно... У нас получается, что серьезный бустер атаки у нас стоит на... Да грёбаный ты наушник. Сейчас. О. Старенькие наушники, надо новые взять, черт возьми. Большое спасибо за поддержку тебе, Дед Мороз. По традиции на оберег от говнометов поганых. Не, не любит Дед Мороз фуфлометы, но я понимаю. Спасибо, Дед Мороз. Так, у нас теперь Лео будет получше стрелять с Медеи, на самом деле, о птичках. Вот. Ну, хоть немножечко. Мы можем сейчас с вами резко напрячь булки и купить... Мы можем купить Артура сейчас за 400. Можем купить Артура. Потому что... Ну, просто сил нет на Киде играть. Уже вообще не тащим мы. Чё не, ё-моё. Мы хоть немножко сможем от, в обороне, в оппозиционной защите бастионов играть от башен. На Киде вообще невозможно. Он просто мясо. Просто выпадет Лучидор. Ну, ладно. Если вы так уверены. Так, у нас сейчас будет особый приз за косарь. Мы этого с вами ждали, черт возьми. Эй! Честно говоря, очень страшно. Мы наконец-то где-то выиграли. Какие-то 3 долбанных тысячи ключей. Не знаю, лучше получидора мы выиграли. Бэйн! Ю-е! А он нам не помешает, между прочим. Он нам не помешает. В принципе, у нас есть уже Бэйн. Хрен знает, как все распорядится. Вполне возможно, что кислота у нас вернется, например, на Фенрира, да? Ну, не знаю пока. Нам очень нужны веномы, черт подери. Они нам не попадают. Но я считаю, нам сегодня фартит, да? И Медея, и Бэйн. Нам сегодня реально... Нам сегодня реально прет. Пока что. Пока что. Ребята, у нас сейчас... А что с ключами происходит? Тихо, 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 пацаны. Я только что... Ребята, баг с ключами, заходите, ключи открывайте все в игру, смотрите, что творится. А что с ключами у нас? Я только что потратил 2000, у нас должно 2000 было остаться. Я трачу ключи, они у меня плюсуются. Вот это прикол. Ну и что делать, Бум? Да вообще надо как бы... Надо вообще жаловаться разрабам, письмо писать. Это что за байда такая? Хрена себе. Да что крути скорее? Я за честность как бы. Надо написать им письмо. А я не знаю, что делать. Супер игра нужна. Не, мы должны были по плану открыть 4000. Мы сейчас по сотке 2 откроем. Нет, 3. Так, ну 100 тысяч серебра это так себе.
Вот, ключи тратятся, видите, да? Ключи тратятся у нас. Так, соточку еще мы открываем. Подождите, я вообще не понял, что это за херня. Ну понятно, уже стрим я сброшу разрабом. Что происходит? Так, 2000 у нас. Ой, 200 тысяч серебра. И сейчас, по-моему, особый приз будет. Да, да, особый приз у нас за сотку. Вообще, дальше я планировал оставшиеся 2000 открывать по чесноку по 10. Я не знаю сейчас, откуда у нас с вами взялись ключи. Покраска, чё? Скорпион. Но это мы продадим, скорее всего. Херня себе, особый приз, конечно. Ну что, я по 10 открываю пока. Много по 10, вон, 20 ключей. А что с ключами, я не понимаю. Они тратятся вообще у меня? 4935. А, тратятся, да. И что нам делать? Вот нас 161 зритель. Ребята, у нас нештатная ситуация. Я впервые сталкиваюсь с 2014 года с подобной хренотенью. Открывай по 50. Ну, давай. По 50 открыли. И вот по 50 ты мне посоветовал. И хреново посоветовал. Бустеры, серебро, а вот ключей хрен. Видишь, дружище? Твой совет фигня. Я вынужден открывать по 10. Херня совет, братан, полный. Ребят, открывайте по 10, не слушайте, по 50 не надо. Больше выпадает ключей, если открывать по 10 вот так по одному, я проверял. И больше голды намного выпадает. Вот, проверено. Я пробовал. Платина выпадает, а нам платина тоже очень нужна, так что не надо. Вот видите, ключики пошли. Ключики увеличивают количество вероятности открытий. Ну, больше открывать будете. Дойдете до супер игры. Вот, видишь, ключи выпадают. А я там 50 открыл и дуля. Дуля, ни одного, значит. Дуля. Так, слушайте, а что у нас с ключами происходит? Кто еще в ангаре сейчас такую херню видел, как вот у меня произошла у вас на глазах? Багануло, вы видели, да? Это, блин, это я не знаю, надо внимательно стрим... Я не знаю, что это. Так, мы немножко подкачаем дредноут. Уже даже так нормально подкачаем. У нас-то корабль-то дредноут дохленький. Но я немножко там его подкачал с последних открытий. Видите, здесь голды больше выпадает. Да, это муторно, но видите, ключики выпадают. Открывай за косарь. Сейчас супер игру возьмем. За косарь. А что за косарь? Нам нужны бустеры. Нам нужны на прокачку платина здесь еще. Ну, выпадает, бывает. Бывает неплохо, по 50 может выпасть. Чего я такое уже не делал с новичком? Видите, нам голдишка идет, а нам голдишка, ой, как нужна. Так, ну, я хочу от вас услышать. Сейчас еще 9 я открою. Что нам делать? Как, будем все открывать мы или оставим и пишем письмо пиксоникам? Пусть они списывают у нас ключи. Или ну их нафиг и мы открываем. Что скажет доблестный чат? Вот что скажет, то и делаем. Я, честно говоря, вообще в офиге просто. Что это за байда происходит? Это ИУС аккаунт, его не взломать. Баги не редкость, да, но это баг приятный. Для нашего нищеброда, значит, новичка. Моральные издержки добавили? Мои моральные издержки не счесть с этим новичком. Что стоит каждое утро прокрутка рекламы? Уже традиция на горшке. Сел утром на горшок, крутишь рекламу воровать. Уже как девиз. По 1000, говорит народ, открывай. Ага. Так. Вот у нас 4000 ключей. Нам нужно по сотке долбануть, я думаю.
Во-первых, особый приз через 7. Может, фартанет. Поэтому мы 1000 ключей давайте сольем по 100. Нам нужны модули. У нас модулей нет. А там, черт возьми, по сотке есть модули. Давайте попробуем. Вон кто-то что-то выиграл. Ай, соточку нажали мы. Чтоб все. Может, кто-то через MyGames сдонатил? А что, нам кто-то мог вдонатить ключи? Монарх 2500. Вы видали? Монарх 2500. Ё-моё. За 100. За 100 ключей. Дармовых. Бак или... Да, вот пишет Игорь, что может быть кто-то сейчас взял и нашему новичку что-то сделал, значит. Или ошибся кто-то. Может быть, кто-то ошибся с циферкой ID своего. Тогда быстрее открываем. На самом деле, тогда надо быстрее открывать. О, 30 голдишки упало. Видите, голдишка к нам идет. Идет. Походу, кто-то, ребят, я думаю, ошибся. По 10 открывает, то не хватит. Так, еще 30 голды. Видите, как голда идет. А нам голда, ой, как нужно. Нам пилотов надо подымать. Червонец начальника давай, будем керосинку покупать. Ну, это мы продадим. Лучше бы 1000 ключей доползла, ёшкин ты кот, а? Мы сейчас в одной вероятности сидим, мы, кстати, не сбрасываем. Чё быстрее, быстрее? Ты куда торопишься? Куда? Не надо никуда торопиться. Мы никуда не торопимся, братья мои. Мы получаем удовольствие от нашего аккаунта новичка. Значит, мы его развиваем. Походу, прав Игорь. Наверное, кто-то ошибся. Джерри Фортуна, это... Минуточку. Нам очень хороший пилот упал на Диметра, и мы можем его теперь качать. Нам фартануло. Родной пилот на Диметра, причем очень хороший. У Мелка, конечно, херня. Мы потом им будем заниматься. На него, конечно, нужно... У меня сейчас проблема с хаваками. Мне нужно 5 хаваков, блин. 2 на Фенрира и 3 на Диметра. Диметр у нас заиграет. Вполне неплохо Диметр может заменить нам Гарпию или даже Лео. Или даже Лео заменить. А Роч пока менять не будем, он у нас в начале маяки берет. Так, ладно, крутим дальше. Через приз там у нас будет, значит... О! Антиконтроль второй выпал, черт его подери, блин. На? Эй! Я же говорю, модули здесь. А это вообще-то самый ценный модуль по 100. Видите, какой фарт у нас, черт дери, а? А вы говорите, то крути. Вот у нас сейчас особый приз по 100. Давайте посмотрим. Какая-нибудь опять чертова раскраска сейчас будет. Так. Ну что, собираем в мастерской второго Фенрира. Они играют, нам 2 танка бы вообще бы погоду сделали, конечно. Видите, у нас теперь вторая Бернадет есть. Ну вот это серьезный приз, конечно. Пилотессу такую взять. Итальянскую. Макароны будут с соусом каждый день готовить, значит. Так, давайте мы сейчас еще 2 сотки вкорячим и будем по 1000 открывать. Пушка нормальная была, блин. Да, здесь пушку можно выиграть по 100. Ластенд нам нужен, черт его дери, очень нужен. Ни одного нет ластенда. Так, мы пока здесь тормознем, супер игра что-то не наступает у нас. Сейчас. Что-то у меня глаза разбегают. Столько халявы, ё-моё. Ничего себе. Здесь нет у нас ничего. Здесь я все прокрутил. Да, все я прокрутил.
Так, мы в какой лиге? Мы в эксперт третий пока с вами сидим. У нас 60% побед. Ну, такие себе результаты, конечно. Ну, в принципе, браво, браво, пытаемся сражаться. Так, что-то я хотел сделать. Что, с операциями посмотреть? Так, здесь тоже я все прокрутил. Видите, я здесь платину в прошлый раз выиграл. Выиграли мы здесь платину, ключи 43, 52 голды и серебро. То есть я кручу, конечно, этого дрона, что сделаешь. Так, а здесь мы все открыли, да? А, у нас серебряный сундук есть, внимание. Так, я вам форму сброшу. Новичка, говорит, в форму впиши. Ну, я потом в таблицу впишу сразу и все, последним самым, Оксан. Только напомни мне, спасибо большое, солнце. 150 открываем средний, а я думаю, второй мы набьем сегодня в боях с вами, ребят. Так, нам голда нужна, больше, чем хаммеры эти самые. Мы сможем тогда пилота приподнять. Двух пилотов приподнять. Я думаю, голда посередине. Как вы думаете? Я думаю, в центре голда. Или справа все-таки? Или она справа осталась? Третий. Почему слева-то? Че я? Справа она? Справа. Ну, большинство справа. Справа открываем. Эй, черт возьми. Ну, хаммер 2500. В принципе, ну, тоже нам хаммер тоже нужен. Так, давайте посмотрим, сколько у нас-то сейчас хаммеров-то стало. Резко. Хаммер приподнял. 6000 деталей хаммер у нас. 6000 деталей хаммер. Так. Голда не упала. Подождите, что я хотел сделать? А, слушайте, я хотел корабль качнуть. Так, как видите, у нас другой пушки нету на Титана. Но мы можем выиграть лазер-то помощнее сюда поставить. Или не можем? Но мы можем пока улучшать. Что мы выигрывали? Увеличить урон. Скорость накопления. Такими темпами мы с вами скоро... Вот. Мы сегодня скоро с вами дредноут уже прокачаем даже, да? Какого уровня он у нас? 25 уровень дредноут у нас. Уже. Без доната, без нихрена. Вот. Так, ну что ж. А у нас особый приз через 4. Я предлагаю еще открывать по сотке. Очень модули нужны. Очень нужны модули. Нужно модулями комплектоваться. Ласты нужны минимум, наверное, 3. Покупать их сил нету. Так, ну хоть голда приходит. Клакинг юнит не помешал бы. Баланс юнит очень сильно нужен. То есть модули сейчас неплохие, можно за соточку добыть. Мы же сами видели, выпадают они. Да черт возьми, почему все время в одно и то же место приходит этот указка эта, елки-палки. Давай, давай, крути, ё-моё. Быстрее, быстрее крути. Модуль, 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 модуль. Да ну какого черта одно? Вот сейчас я буду сбрасывать уже, да. Это какое-то, простите за выражение, говнище происходит. Ну просто. Отстойный отстой. Отстой всех отстоев. Отстой, значит. Ну пока нам что-то расстраиваться. На самом деле какая-то вообще непонятная халява нам упала. Я первый раз такое вижу. То ли это багануло у нас. У меня было 4000 ключей. Мы открыли 2000, смотрим, а у нас стало 5. О, это бустер за 100 упал. Ну и тоже отстой. Так, у нас сейчас будет особый приз в следующем сундуке. Давайте посмотрим очередной раз, что это. Сделали были разрабы, да, что особые призы это исключительно... Пушка! Ну, чтобы особые призы были, я хотел сказать, ну, Last End, например, там. Тихо-тихо-тихо-тихо, боюсь. Боюсь, 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 удачу свою, значит,
Опа, опа, опа! А мы теперь корячить будем посильней. Теперь пук новичка будет слышен не за 100 метров, но за 300. Теперь он будет долбать уже посильнее. А? Хе-хей. Слушайте, я же говорю по соточке крутить. Вот чуйка прям. Я же вам говорю, ёперный театр. Так, у нас еще есть по 5. Как раз сейчас, я думаю, мы супер игру с вами возьмем. Офигеть. Нам, черт возьми, титан нужен. Сейчас, наверное, выиграем еще одного ястреба, и я опечалюсь. Да что ты пристала ко мне, сотка это тысяч. Отстань. О! Супер игра. Все, ребят, скрестили пальцы. Скрестили мизинцы на ногах. И погнали. Я даже боюсь смотреть. Нет, 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 нет. Не хочу я этого гребаного скорпиона. Он мне не нужен. Ну и чё? Покупаем Артура, еще раз вам говорю, минус будет. Джонни Уолкер написал. Минус. Хреминус, ё-моё, это самое, блин. Продам к чертям собачьим. Хотя он в легендарной серии, пусть будет. У нас на него и пилот есть. Ой, не люблю я этих скорпионов. Я расстроился. Нам придется кровных платить 400 платин. Я покупаю титана. Но мы сейчас супер игру вторую-то мы никак уже не откроем. Сейчас мы добьем 4 по 100. Мы 4 по 100 сейчас добиваем. Но мы будем бороться, мы не сдаемся. Ни хрена подобного, мы не сдаемся. Здесь, кстати, есть детали Мантис, есть детали Монарх. Всем минусы дает. Ну, как видишь, не всем. Опа, 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 давай, давай, давай. О, хороший пилот у нас. Можем собрать Тайфуна в мастерской. Потом и сделать, конечно, хорошую, серьезную сборку поддержки. Между прочим. Это хороший пилот, он нам будет нужен. Как видим, по соточке призы рулят так. Ну, у кого голый ангар, как у нас. Да что у тебя, что ты прилипла-то ко мне, сотка ты? Хреново, да ёлки. А сбросим. Вопрос к чату. По 1000 бум открывать, пока у нас такой баг, халява или черт знает, что это за хренотень у нас происходит. Вы все видели, это появилось прям вообще в прямом эфире. То есть мы открыли 2000, у нас было 4000. Мы открыли, и у нас появилось 5. Все открываем, да? 1000 открываем. Да, ага, все, ладно. Косарь. Ну, косарь. Че, косарь откроем. Сейчас еще одна соточка у нас есть. Не скажу, что прям даже с помощью этой халявы мы сильно укомплектовали нашего новичка. Но фарт был, базара нет. Фарт был у нас. Так, ну что, открываем 1000. Скрестили ноги, крылья и, главное, хвост. Так, нам здесь чуть-чуть потрудиться, и у нас появится сегодня еще один серебряный сундук. Фу! А что, в принципе, я переживаю? Халява же, это, черт знает, это какие-то багованные ключи. Может быть, сейчас все, что выиграем, у нас отнимут. Я же не знаю, что это. Думай, да черт тебя дери, блин! Каких-то 2 сантиметра не доехали, а? Представляешь, сейчас бы 9000 нам еще выпало. Вот это нервяк у нас сегодня, а? Госта мы продадим, он нам нахрен не нужен. Он нам не нужен, мы его... У нас есть эта девка, которая 3 способа орочи дает, нам без нее никак. Ладно, давайте сбросим. Все, последний косарь. Последний косарь. Эй!
30. Вот лучше бы я сейчас 10 по 100 открыл, ребята, вот серьезно. Вот я думаю, будем впредь мы открывать. Ребят, видите, у нас 905 ключей появилось. Нет, смотрите, 905 ключей появилось прямо сейчас. У нас 5 оставалось, 5. Вы видите? Что происходит, я не понимаю. Зайдите в свои ангары, проверьте, может у вас то же самое сейчас происходит. Открывайте тогда быстрее, ё-моё самое. Что это за херня? По сотке лупим, ребят, по соточке. Быстро, 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 быстро. Шнеля. Сейчас все откроем. Но это пока не придет. Давайте останемся в этой вероятности. Быстрее, быстрее, быстрее открываем. В смысле я за 100 открыл? Я не 1000 открыл? Вот я лох, а? Я ошибся? Блин, это все из-за нервов, слушай. Я ошибся? Блин! Все, ребят, все, все нормально. Нет, не появилось ничего, я ошибся. Я ошибся, все, все нормально, значит, ну ладно. Мне что-то показалось, я косарь открыл. Стример заработался. Ну да, я после работы приехал, делаю тебе стрим. Мне, чтобы бубнить, лучше бы канал бы поддержал, пацаны. Так, мантис бы нам не помешал. Мы сейчас с вами Артура купим. Возьмем Артура. И дальше будем скрупулезно копить платину. Прям скрупулезно Тысяча энергоблоков. Замечательно просто. Купи антиметр. Чё купить? Чё за антиметр? Покраска короче. Сейчас продадим ее, кстати. Это бабло. Бабло! Серебро воробец. Ох, экономику. Ох, что с экономикой сделали разрабы. Сколько раз и нерфили, а? Зачем мне этот Арден Стинг? На продажу пушка к ядрине фени. Бесполезная вообще. Даже у младших лигов. Ну, хотя бы серебро будет. За серебро ж продадим. Нам дофига что качать. Так, бустер на серебро. Ну, лучше раскраска, на самом деле, чем бустер, потому что за раскраску... А можно бабла сразу срубить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Модули надо. Так, ну что-то какая-то байда выпадает в этот раз у нас, не прет. Ну ладно, удачи. О, приз в следующем сундуке. Ну-ка, сейчас Last End будет, смотрите. Last End нужен. Ну-ка, давай. Come on, baby. Last Endик, иди сюда, маленький. Тьфу ты, ядрить твое полено, а? Не доехали мы до него. Но мы были близки. Не с Last End, а до Last End. Ну, близки, не доехали. Так... У нас есть модуль. Итак, у нас есть антиконтроль второй. Поставим пока на левом. У нас есть 600 голды, и мы тратим смело сейчас это на пилота. Мы качаем Бернадет. Стойкий лихач. Умение не скажу, что классно. Попробуем заменить сразу. Случайное умение 75? Разрабы, вы охренели! Мастер-оружейник. Ну, пусть будет, кстати. Пока пусть будет.
Эй, нам фартануло, он в Т4, что ли, у нас? Т4 выпал у нас, мастер-оружейник, фарт у нас. Прокачаем. Голды все. Полная опа, мы по нулям по голде. Но мы купили сами небулу. Сейчас у нас исторический момент, мы тратим 400 платины. Мы играем с вами, друзья. Пятый. Мы с Нового года играем. Пятый месяц, но на Киде я заколебался играть 5 месяцев, ребят. Заколебался, ну что значит не надо? Надо, Вася, надо. У нас 400 платина на это уйдет. Ну, накрутим рекламы их. Черт, у нас хоть немножко геймплей поменяется, потому что это нереально. Нереально просто, блин, это самое. Нереально уже херней этой заниматься. Кит, прощай, мы любили тебя, братан. Мы с тобой, мы прошли такие кобздеца. У нас второго уровня один есть пулемет. Так, остаемся пока при таком раскладе. Давайте пока так. Ну что, урончик припадим. А он сколько дает? Тоже один. Все, у нас 194 платины. Мы теперь копим платину уже на что-то серьезненькое. Может быть, кстати, пока на модуле. Потому что титана мы будем надеяться выиграть. Вот, можем пока качать пушки, можем качать модули на титана. Главное, нужные. Вот, а когда будет нужный уже титан, мы выиграем все-таки. А мы обязательно, черт возьми, его выиграем. Вот, мы уж потом тогда все просто на него переставим и уже приступим к прокачке титана уже непосредственно нужного. Мы киды не качали, Артура мы тоже качать не будем, только если, может быть, совсем чуть-чуть. Прям чуть-чуть, потому что щит у нас и сейчас миллион. Щит у нас и сейчас миллион. Может, не надо нам его качать, значит. Так, наш новичок отправляется в бои. Мы идем огребать. Подожди, нам нужно же сюда. Сейчас нам в эксперте насуют по самые помидоры. Вперед! Бустеров накопили вообще за эту неделю много. Ну, превосходство. Кида, да продадим мы кида, продадим. Форму заполняйте. У нас новичок сегодня попытает счастье с Дазлером. Я буду визжать от радости, если он выиграет. Но мы его последним в таблицу засунем. Ну, вообще последним. Так, задача Орочи прежняя. Стараться брать как минимум, да, 2 маячка. В идеале 3 маячка брать. Чуть было плохо, все это не кончилось для меня. Итак, у нас Орочи взял 3 маяка. Все-таки взял. И погиб. Все, то есть ничего сделать не смог. Есть на нем девастатор, нет на нем девастатора, не важно. тысяч у нас КП, да? Сейчас уже титаны могут пойти. Что-то какой-то челик странный здесь у нас. АФК, что ли? Все, разрядился, сынок. А нашего ястреба палят.
Да, слабенький. А чем убили? Что-то прям жестко убили так. Пойдем на прорыв тогда пока. Левый фланговый. Так, заходит у нас чувак туда один. Хорошо. Вяло текущая красная команда. Ух ты, я тоже кипарик хочу. Мне тоже кипарик нужен, ё-моё. Так, в центре идет какая-то заруба, надо прорваться. Надо помочь. Отойди, 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 не загораживай. Мой маленький хук. Бум! Ну, может, он не такой же и маленький хук-то? Что-то корячно нормально. Смотрите, кто пришел сюда. Фрезующий наглухо Гаррет. Нет, это не Гаррет, это Галахад. Кто-то, видите, играет, меня титан бьет там. Вот он прибежал, значит. Прибежал какой-то там чучел. Какой-то чучел прибежал. А мы держим центр спокойно, не пыльно, аккуратно. Да что ты там все пылишься, дорогой? Не пылишься. Мы сейчас тебе еще накидаем. Постой, подумай о своем плохом поведении. Заряд меня летит. Абсурбер у нас есть, не было все-таки. А как рулит-то? Не было-то, рулит? Ёкарный бабай. Так, вот тоже парень на киде играет. Так, ну вот наш первый бой нашего новичка. 368 тысяч серебра за бой нам, значит, дали. Во как. Первое место в стате. 10 голды, 12 ключей. Во как. А? Эксперты, все эксперты. Титан даже не выводили. Блин, у нас теперь хоть приятно видеть на заднем фоне. Мне, кстати, очень нравится тоже Артур. Напоминает БелАЗ, значит, русский БелАЗ большой, да, лесенки такие в кабину. Да продадим мы кида, не переживай, нам нужно очень много серебра, я потом все продам. Ну что мне сейчас в прямом эфире все это продавать? Я потом сяду спокойненько, значит, на горшочке и продам все, раскраски там, хренаски. Игорь спрашивает, что думаешь о перспективах сирени из-за нерфа смуты? Мне кажется, сирень отцвела. Братишка, она не отцвела, она просто завяла. Ну, еще пока не понерфили, она еще играет, да, вот эту вот неделю, вторую неделю, может, две недели еще играет сирень. Я думаю, сейчас очень хорошо будет играть. Вместо сирени будет хорошо играть гарпия как раз, да. Гарпия будет играть, потому что раздоры же не нерфят. Раздоры не нерфят. А на земле мощнее бегемота лучше будет стрелять, получается, тайфун, лич, фафнир с земли. Четыре раздора будут работать очень мощно. Вот, вот надеюсь, Игорек, я тебе ответил, дружище, сам. Сиренька, да, начала превращаться в сморщенный персик, значит. Ну, увидать, ну, поэтому. Думаю, что отвалится. Прямого вооружения нормального на дистанциях рабочих для сирени нет. Но сиреня, если идти на размен, на штурм и поставить ее на акустике, она может с Янгли сыграть жестко. Но это нужно богоюзить, нужно занижать высоту полета. И с заниженной высоты отрабатывать, соответственно. Поэтому сирень еще в этом варианте может пойти на размен, в принципе, даже двух ревенантов. То есть ближний бой рубануть и пойти. Главное не увлекаться, не стрелять в кепре, потому что можно просто тогда просадить свою сирень.
Мы, кстати, по этой теме можем сделать потом, в принципе, стрим. Смотреть, на что годна еще будет, собственно, сирень. Насколько скукожился персик, мы поймем, да, у сирени. Привет, Андрей. Бред про смуту очень растопило, 20-ка просто так потратил. Бор, спасибо тебе, дружище, спасибо, спасибо. Я успею, интересно, центр. Сейчас я бой сыграю, зачитаю. Да подвинься ты, ёб... Смотри, меня закрыл. Закрыл меня, братан. Я взял маячок-то, но, правда, ценой жизни своей. Ну и чё. Налево пойдем уже сейчас. Направо. Так, здесь надо респаун оборонять нам. Что-то тут какая-то борзая атака на респаун. Неожиданно просто. Так, и по центру проблема у нас. Так, смотрите, как союзник прикрывает. Вот сейчас правильно все делает. Все. Все правильно делает, братан. А, Кронос это я. Ну ладно, Кронос-то у нас умеет играть. А против нас Time to Battle. Оба челика в чате сейчас у нас сидят. Значит, на стриме. Оба пацана на стриме. Одного убили. Ах, я пытался что-то сделать, но не смог. Так, рандом, давай по маякам. Правый фланг надо, чтобы вернули. Так. Надо взять маяк, я просто рискую тушкой, тушкой своей рискую, да? Надо взять маяк. А удержать я его не смогу, ребят, маяк. Ну, могу пострелять. Могу пострелять. О, помогает мне братишка. А так вот вместе я ему снежинку дам. Может и заклюет он со второго захода. Он что, там остался геройский, что ли? Скорпион погиб или отошел, я не вижу. Ну, я верну маяк сейчас. Сейчас вернем. Да чтоб тебя, блин, да зараза. Надо же было мне именно смуточку мою отстрелить. Мою единственную неповторимую смуточку, значит. Че, прозевываем катку, ребят. А, ну там серьезные типы у нас играют, слушайте. Ай-яй-яй-яй, без вариантов. Вперед! Че, хреново все? Че вы третесь на респауне все, чайники, ну?
Вояки хреновы, блин. Иные? Иные, а что ты здесь делаешь, Тести Кейк? Погодите-ка, ребят. Иные Лиги Чемпионов я Тести Кейк встречаю. Я в эксперте играю. Чё за байда? Второе место в стате у меня. Тести Кейк, ты чё, ливанул до эксперта третьего, что ли? Ты же в Лиге Чемпионов играл. Что-то явно не то происходит. Так, эксперт 1. Эксперт 2. Сливаются, пацаны. Смотрите, кого поймаю за ливерством. У меня вот к ливерам уважения нет. Сразу говорю, буду троллить жестко. Бриллиантиков к нам занесло, да? Счастливчики. Что-то какие-то слабые со мной вообще наглухо эксперты. Чешский Микаша. Чё так слабо-то? Чё за 800 тысяч, 600 тысяч, один маяк? Я единственный из моих 4 маяка взял. А тебя чё, не учили? Из клана ГРО маяки захватывай. Ладно, ничего страшного. Чайники, они чайники и есть. Итак, у нас все классно. Борс поддержал канал. Привет, Андрей. Бред про смуту очень растопило. 20к просто так потратил. Смут многие задонатили. Борс. На смуту многие ребята задонатили. И до этого донатили. Очень много топов отвалилось из-за этих нерфов. Я не поддерживаю политику нервов разрабов. Закончился кофе, начался чай. Вот, конечно, политика нервов это плохо. Вот. Я рад, что у нас из 204 зрителей 3 замечательных зрителя поддержали канал. Вот, хотя бы для них можно уже продолжать, как бы это самое. Спасибо, ребят. А только так, конечно, у нас аудитория не очень отзывчивая в этом плане в Русекторе. Тяжело быть сейчас, когда повырубали везде монетизацию, быть контент-мейкером, делать развлекательный контент, становится все менее интересно. Тем более в сфере War Robots, ввиду того, что 32 тысячи нас на Ютубе, а поддерживает реально человек 20-25. Собственно, всю эту производительность контент по War Robots с моей стороны. Ну, да ладно, в любом случае, быть добру. Еще раз хочу сказать большое спасибо, вот, Игорь. Огромное спасибо Островский написал, всем здоровья. Санечек, спасибо для кота на корм и так далее. Спасибо, ребят, огромное. И огромное спасибо Борзу. Александр вот печется для кота на корм. Только купили, кстати, 27 килограмм потасу на месяц. Ну, там, палет. Почему 27, не знаю. Видимо, еще там, скорее всего, мера веса в иностранном. Наверное, это не наш потасу я купил, не отечественный. Пока что еще есть, да, может, норвежский какой-то. Так, задача прежняя, взять маячки. Так, зайдем сейчас, попробуем через город проскочить. Но в городе может быть ближний бой, а у меня очень мало жизни для ближнего боя, маловато. Его надо с хитростью взять. Ничего не получилось, жизни мало. И кто-то там гребаными работает с мутами. Вообще просто. Просто жестко работает с мутами. У нас тоже смута есть, тоже можем поработать. Только единственное, у меня сейчас разная дальность оружия, не очень удобно. Ну давай, Рованочка, давай. Очень дерзкий чувак сейчас себя ведет, честно говоря.
Так, хана, мои птички. Так, пойдем тогда Лео сольем пока. Что-то тяжело у нас идет. Не знаю, очень много зависит от рандома. Если рандом откровенно слабый, то все, это абзац. Смотрите, как по нам работает. Больно, больно стреляют. Лео, конечно, очень слабый. Слабый, слабый, уже старенький. Смотрите. Смотрите, раз и все. Ливеры, что ли, играют против нас? Похоже на ливеров. МК-3 сливает меня. Кто сливает? Не вижу. Кто-то МК-3 меня сливает. Ну какой может быть МК-3 в эксперте, ребят? Ну что за херня? Как же вы задолбали со своими лигами? Разрабы, давайте будем лиги эти нерфить к ядрене хрени. Нахер вообще эти лиги? Они не работают. Они не дают нашему новичку играть. Какой скилл? Скилл — это все говно. У Robots нету скилла, ребят. Есть только донат. Когда есть ливеры, скилла нет. Как только ливеров нет, и все. Сразу у нас появляется скилл, сразу начинается более-менее какая-то игра. А пока... Вот этот товарищ Бабай, по-моему, да, он у нас же. И некому убить его. Он, по-моему, К3 меня убивал. Товарищ Бабай. Кронос весь что-то лагает у меня. Слушайте, ну... Чё твой рандом вообще здесь лыка не вяжет? Вообще отстойный. Отстойный рандомчик со мной. Слабенький. Тем не менее, смотрите, кого занесло. Играет Гриффин, да? Так, я задачу выполнил. Я маяк взял. Кто-то написал мне, кстати, спросил, а надо ли качать... Во мне орбитальная бочилка. А надо ли качать Гриффина? Я сказал, что не надо качать Гриффина. Вон, Бабай, видите, у него сборочки все. МК-2. МК-3. Видали, да? В таких условиях, да, нам, конечно, не повоевать. У нас даже до полного МК-1, как до Китая, на спине задом наперед ползти. Вот они, вороги. Слева ползут. Оп. Хоть немножко, хоть домашки взять тогда, атаковать. Так, ну... Здесь мы вдули, причем, ну, без вариантов. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть по ангарам, кто там играет против Феникс. Сейчас поглядим. Скилл нужен на турнирах. Слушай, Джонни, я вот выложу... обзор. Сегодня я уже не успею, но я думаю, что завтра. Нет, завтра... Нет, завтра тоже нет. Только вот снял тоже на сирене, убил 19 мехов в одном бою. Хотя все чемпионы были. Весь бой на одной сирене, 19 уничтоженных. Назову антискилл или, не знаю, или отсутствие скилла, как-то придумаю. Итак, мы видим, что сражался я храбро. Второе место в стате, ключей больше всех. Я взял 7 ключей за счет бустеров. Вот этот товарищ всех порубал. Явно он не эксперт ни хрена, это чушь собачья. Слишком сильный для своей лиги, раз. Соответственно, мешает играть, раздражает, потому что просто как лошара себя ведет. Те, кто сливается, лошары, я буду так всех и называть. Вот. Так, слишком... И намеренное создание, он мешает нам играть. Соответственно, на лошару мы жалуемся. Второй смотрим. Жалко, не могу ангар посмотреть. Ну, второго засечь я не успел. Бабая мы пожаловались, у нее несусветные результаты, я в эксперте играю, и когда ребята играют эксперты против экспертов, мы видим, какая сразу игра. Играть интересно,
А это, товарищи разрабы, это говнище полный отстой. Вот это отстой. Вот от этого игроки будут разбегаться. У нас новичок терпеливый, ему некуда деться. Наш новичок снимает контент. Пока канал поддерживает, он снимает контент, новичок. Потом он тоже хрен забьет и положит огромный болт на все это дело. Но пока он снимает и показывает всем, как обстоит реально дело у нас вот сейчас вот в экспертах. Мы идем через волну ливерства с самого начала развития нашего новичка. И это абзац. Это не развитие песочницы, разработчики. Я не знаю, кто у вас там сидит в маркетинге, товарищи пиксоники. Но ему нужно приподнять свою задницу со стула, вникнуть в эту ситуацию. Иначе все остальные работники пиксоника останутся без зарплаты. Если не будет развития игры War Robots с песочницы, с прихода новых игроков. Но помимо того, что придут новые игроки, этих новых игроков, их надо удержать в игре. Их надо замотивировать, чтобы им было интересно. А когда их ливеры разносят, неинтересно. Поэтому рекомендую, товарищи разработчики, срочно собрать вам консенсус. Немедленно это сделать и как можно быстрее. Собраться, принять волевое решение отменить лиги. Исключить возможность слива на 1000%. Исключить ливерство в игре. Чтобы никогда эксперт третий в МК-1 недокачанном не встретил МК-3. Чтобы этого не было. Вводите очки мощи, как в игре Crossout. Если не знаете, как сделать сами, не хватает у вас для этого мозгов или знаний каких-то не хватает, берите пример у других игр, которые в этом плане достигли равновесия в песочнице. Ведь ничего плохого нет, чтобы взять, допустим, у кого-то хорошее для развития. Так, а тем, кто ливает, еще раз говорю, вы лошиные товарищи. Вы можете ругаться, печатать в комментариях. Мне пофигу. Но я говорю, кто ливает и будет попадаться, будем всем чатом, соответственно, троллить жестко. Вот, я считаю это правильно. Кто считает, что ливеров надо, значит, лохопендрить, поднимите левую ногу и скажите да. Ну, не люблю я ливеров, но это отстой. Так, у нас сундук есть, ребят, за соточку. Давайте откроем. Политзанятия закончены, продолжаем дальше нашу войнушку-развлекушку. Так, голдишку бы нам. Что-то думаю, справа она, прям прет нам справа сегодня. Нет, крамола выпала. Ну ладно, пусть будет крамола. Потихонечку, может, крамолу мы и подкачаем. Правда, она нам особо-то и не нужна, нам особо некуда ставить. Ты, Стикейк, у тебя какая прокачка, вот ты пишешь? Ты у нас в чате сейчас. Какая там у тебя прокачка? И ты сейчас в эксперте в третьем, в моей лиге, да, получается? Скажи мне, как ты попал, Тести Кейк, в лигу мою? А? Пишет, да, долой ливеров. Так обычно, как раз провокаторы за плеча. Да-да-да! Еще земляным червяком. Что-то вспомнился мне этот... Табаки. Из Маугли вспомнился Табаки. За Шерханом там, за спиной вечно там. Воу-воу! Так. Ладно, идем в бои дальше. Побурчали и хватит. Росо X3 поддержал канал. Спасибо, что с нами. Спасибо, Росо. Бам прислал помощь, ничего не написал. Всем привет от Бама. Тогда скажем так, Бам. Серьезно, как закалялась сталь, Островский. Островский, не твой дед написал, как закалялась сталь. Ты в чате, нет? Вдруг дед твой написал. О, каньон. Интересно. Ну, тем не менее, нам нужно слить. Смотрите, Лео вообще не может играть, да? Старик вообще не может играть. А он раньше всегда старые мехи. За счет ХП. Хренась, уже шарики катаются. За ролики. Раньше старые мехи, они до мастера тащили. На них можно было играть. Сейчас вообще нифига. Не, все-таки нужен глайдер, ребят. Глайдер нужен.
Как он меня поймал? Ну нажмись ты уже, ё-моё. А там что, бочка, мы не можем толпу убить, да? У нас бочка сейчас взорвет. Нам нужен ревенант или реально второй Фенрир, ребят. Я выдвинусь на защиту маяка. Без вариантов. Смотрите, как ХП у меня улетает. Это же жесть вообще. Я пытаюсь на старике, я вяло иду. Я пытаюсь дойти, я пытаюсь обороняться, пытаюсь что-то сделать, все. Вот разработчики во что превратился, в какую помойку отстойную превращается воробот. Красивые роботы, которые хотя бы анимация нормальная, они вообще не могут играть. Вы чувствуете, что вы с игрой делаете? Сколько у вас народа останется через год? У вас есть какие-то планы маркетологов на эту тему? Кто у вас этим занимается? Не жилец это, короче, достал. Так, ну, я хочу отметить грамотную игру моего рандома, пока я здесь, на самом деле, напрягаю серьезно булки на левом фланге. Пацанчики мои решили все на правом фланге и по центру. Просто реально все порешали. Хочу сказать, красавчики. Да, мы тебя все-таки постараемся завалить. А, приятно. Троллейбусы завалили, значит. Троллейбусов тяжеловато мне валить, прокачка слабенькая, конечно. Паренек рванул наручи. Плохо, что мне смуту отстрелили. Не знаю, почему отстреливают все время смуту. Ну, тем не менее, ее стабильно отстреливают, как ни странно. Так, у нас есть, мы выиграли с вами один лантерн, да? Так что у нас есть какая-то тема. Что-то там такое было, я просто титаном как в стену отстрелялся и все. Так, поживем пока на центре. Чисто пообороняемся. Так, давайте, Ребзя, помогайте. Спасибо. Там Муромец, кстати. Надо опускать щит, нет. Там еще Муромец справа. Хана мне. По центру мне хана. А чё мои пацаны меня никак не прикрывают? Парни, чё растеряли? Сейчас самое время давануть. Давайте, ребята. Я вас верю. Муромца я дорезал. У Минга точно не надо брать, качать, это точно зря. Вот Артур у нас поиграет.
Так, ну не надо, кстати, расслабляться, потому что еще пока неизвестно, чем закончится наша эпопея Роботек сейчас. Пока мы отсюда обороняемся достаточно неплохо. Так, здесь наши все муромцы работают. Противника нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Молодцы. Так, у нас осталась на самом деле тяжелая пехота. Такой отчаянный бой на каньоне вообще. Просто. Просто удовольствие. Ну, вроде чувствуется, что если есть ливер, то один. Один. Ну, причем он один и у нас, и один у них. Сейчас мы посмотрим. Конечно, на фоне лучидоров, муромцев, я со своим Артуром древень просто здесь, да, древень она хранит. Да, он тоже Артурчик играет. Ну, ничего, у нас титан выпадет. Все будет нормально. Ну все, мы все-таки победу взяли в этом бою. Так, что у нас там? Тести кейк, ты писал? Какая там у тебя прокачка? Скинь прокачку свою, ты же ВКонтакте есть. Скинь, покажи всем свой ангар в эксперте третьем. Интересно, ну слушайте, у нас уже 422 тысячи серебра за бой, представляете? Так, ну вот они, два странных типа, эксперт вторые. Ну, странно, когда такие уроны. 1.5 ляма, но это прям вообще нормально. Big Bull Gaming. Явно два ливера у нас, вот они. Ливеры, как правило, маяки, кстати, особо не захватывают. Они просто стреляют, набивают дамаг. Ну, мастер это уже мастер. Это уже предчемпион. Мастер уже перед чемпионом. У нас эксперты одни. И бриллианты. А вот бриллиант, похоже, на ливер у нас тоже. По сути дела, у нас сейчас был достаточно крепкий ливерский отряд в этом бою. Судя по всему. Что вот чувак, слившийся до бриллианта, Петрекс, у него урон больше, чем у меня он настрелял. Надо что-то объяснять здесь. Чисто эксперты лиги... Это чисто бои ливеров сплошные. Если разрабы не изменят эту ситуацию с ливерами, то все будет достаточно грустно с игрой Воробос. И мы точно перейдем на рыболовно-кулинарный контент. И канал War Commander будет называться, например, Рыбий Глаз. Ну, как вариант. Вот. Неужели не могут убрать эти лиги? Ну, не работают они. Не работают. Я помню, мы в 19-м году про эти лиги разговаривали с пиксониками. У них в офисе мы собирались. Там были Мэнни, Адриан, я там был. Вот. Джон Доллар там был, Астрофемус. Вот. Я и Мэнни, и Адриан говорили им, что лиги это не алло. Мы им говорили, что не надо этого делать, лиги эти, что не будет это работать. Нет. Вот мы видим с вами, что лиги не работают, а люди сливаются. ВРЗС, привет, дружище. Ливерство надо исключить, потому что это реально вредит развитию Воробос. А Воробос можно вернуть хотя бы в половину прежних легендарных показателей. Если убрать политику нерфов, изменить экономику,
вернуться к дизайну боевых машин, снизить количество спецэффектов, убрать ливерство, сделать очки мощи, подбор противника, соответственно, будет по очкам мощи по ангару. Вот, сделать вес, не знаю, вес, батарейки, там, не знаю, ну, любой показатель. Самое оптимальное тут реально как в кроссаут. Очки мощи, четко, у каждой детали есть очки мощи. Например, у Бэйна МК-1 очков мощи, соответственно, 100, и к нему прибавляется каждый, да, ты второй уровень МК-1, то есть, соответственно, 102, 103, 104, 105. Вот. А МК-2 очков мощи у Бэйна уже 200. То есть МК первый уровень, второй, третий, соответственно, 201, 202, 203. Соответственно, 203 против 103 никогда не встретится. Ты рыбачка, я на море, и не встретимся никак, это самое. Подбор будет четкий. И столько сразу появится интереса у людей играть. Вы представляете, сколько этим можно вернуть старых игроков? А сколько среди старых игроков, кому за 35, за 40 лет, кто вам донатил, по 30-40 тысяч в месяц люди донатили. Играли по 10 часов, испытывали удовольствие. Где они сейчас? Я вас спрашиваю, где они, эти ребята? Я многих из них знаю лично, этих ребят. Где они? Почему вы их не удержали? Почему вы ничего не сделали, чтобы их удержать? Донесите мои слова, пожалуйста, руководителям. Потому что ничего плохого я не говорю, я за развитие Варобос. Я считаю, что говорю вам правильные вещи. Так, продолжим дальше бегать. У нас пока ангар, конечно... Если без ливеров, то играет. Если с ливерами, вообще. Да ну прям качаться перестанут. Ну качались тогда, и сейчас будут качаться. Просто по-другому немного всю эту политику сделать. Так, задача прежняя. Постараться хапнуть 3 маяка. За это нам ключи идут. За ключи мы получаем ништяки. Меня ускорили, я успею. Страйдер, беги! Разброс шатания. Аккуратно. Мне пока удалось выжить, но это ненадолго. Берем еще один маяк, аккуратно отыгрываем. Короче, слабенький у нас. Черт тебя дери. Проворонил я его, на чат гляну. Блин. Пойдем пока к Карлсонам на крышу побудем немножко, да? Немножко поживем, ребят, на крыше. Так, есть у нас маленький пух. Вот по нему и вкорячим. Поэтому прыгуну, блин. Или это не он? Там он по фейшифту ушел. Блин, он рядом был, прыгун. У него, кстати, тоже есть смута. Хочу гада шлепнуть. Отдыхай. Так приятно замочить шкерщика, который шкерит. Нет, он правильно играл, нормально все. Вот так, я на своей волне. Еще один, смотрите. Так, заряжаемся. Прыгаем. Он сейчас на стол сидит. Приземляться.
немножко по нему, немножко поможем команде и сливаем нашу гарпию. Молодцы, убили. Я еще жив, и мне смуту не оторвали. Что-то новенькое. Обычно сразу она отлетает у нас. Все, я убит. Так, пошли. Блин, зачем мне Лео, если я практически не вывожу Лео, к сожалению. Как видим, один лантерн очень слабо все-таки ослеплялку наносит, но все-таки наносит. Ослепили мы его. Держись, парни! Сейчас самая нагрузка на нас будет. Маленький пук, у него закончился щит. Завалим! Есть! Есть! Так, что там, второй лучик? Ребят, второй лучик идет. Обороняемся. Видите, как щит помогает мне? Я держусь. 300 тысяч жизней всего, но держусь. Против лучиков держусь. Все-таки Артур, это было правильное решение. Хоть как-то можно вести бой, немножко ослеплять. Правда, один лантерн слабенько так, конечно, но как вариант. Там минку нет. Минга я достану. 4, 5, 6, 7, 8. 8 секунд мне понадобилось, чтобы ослепить Ауминга. Так, ну слушайте, у нас победа. Массированная атака нашей команды завершает катку. Равану ему надо на дудках. Не надо мне. Давайте увеличим награду. А то мы забываем, серебро-то нам не нужно. Что это за семейство загорелых у нас здесь? Тортик. На природе больше надо гулять, елки-палки, на завале. В сосенках надо гулять, в сосенках. Вот. И тогда не будет никакой аллергии на торты. Как можно давать ребенку торт, когда у него аллергия? Тоже покажут же, ё-моё. Итак, смотрите, у нас тоже с нами челик был странный. И там у них был странный челик. Давайте посмотрим. Эксперт 3, как я. Ну я весь бой люто сражался, вы видели, всей своей прокачкой стрелял титаном, долго я играл титаном, 1 600 000. Это в принципе у меня 1 600 000, 1 800 000, это у меня запредельные уроны, причем хорошие, хорошие уроны-то. А у чувака без проблем 200, видите, а у нашего, смотрите, бриллиант 1, это ливер у нас. Бриллиант 1, посмотрите, и вот он порешал команду красную. Бриллиант 1, 4 миллиона урон, мы жалуемся на своего. Ну, он никакой не свой. Сейчас он свой, а в следующем бою не свой. Он разгоняет песочницу. Намеренная, он, то есть она мне дает поиграть тоже. И слишком сильный для своей лиги. То есть мы видим повальное ливерство. Это говорит о том, что игра War Robots, начиная с третьего, с первого бриллианта по первый эксперт, да, соответственно, третий эксперт, второй, первый эксперт, это просто... Зона ливеров, блин.
Мертвая игра Варобац в зоне ливерства с бриллианта по эксперт до мастера. А мастерам надо готовиться хватать люлей от чемпионов. Тут все понятно. Их будет просто дозабрасывать в бои к чемпам. Вот, еще раз говорю, Варобац начинается интересная игра при ангаре МК-3. И все на фулл-топе. И при встрече таких же игроков. Вот тут начинается более-менее киберспорт. Все остальное стремление выйти к равным ангарам. Почему топы донатят бабки серьезные Варобац? Чтобы играть на равных с такими же топами. Им, кстати, бить особо удовольствия рандом не приносит. Вот. Скажем так, ребят. И если решить ливерство, это очень изменит игру. И разрабам нужно это, ну, побыстрее решать. Сколько лет уже... сколько лет из-за этого ливерства ушло игроков из Варобац? Скольких десятков тысяч потеряла игра человек? И они сейчас все играют в Call of Duty, они играют в Crossout, они играют в танки, в маленькие, в большие, в плане Blitz и World of Tanks. А какое огромное количество игроков уходит и продолжает уходить в игру World of Robots, которая сейчас аналог у нас получается игры Варобац примерно 2016 года. Ну, по уровню игры. Медленные скоростя, большие бронированные мехи. Интересно. То есть нужно всерьез задуматься тем, кто развивает игру Варобац. Это должен быть целый отдел. Отдел должен быть грамотный, да, в игре. Соответственно, у разрабов они вот такой вот отдел должен быть, значит, тугодумный и не понимающий, как бы, да, как развивать. Не витающий в облаках там где-то это самое. Вот, реалии суровы. Игроки из Варобац уходят. Их надо вернуть, их надо удержать. Для этого надо работать. Для этого надо стараться. Продумывать как-то, да, систему лиг и так далее. Аноним прислал помощь каналу. Спасибо, Андрей, за твою работу. Привет всем. Быть добру, Devolt. Devolt. Спасибо тебе, Devolt. Спасибо. Есть такая марка инструментов Devolt, по-моему. Вот, кстати, так еще. Ну что, инструменты? Так, у нас задача снова постараться взять пару маяков, а лучше 3 маяка. У нас для этого ороч, поэтому все-таки... Ну, конечно, хочется поставить его на девастатор, и базара нет. Я не успею. Я в плане там с орочи местными не справлюсь. Скорее всего. Поэтому лучше сразу уйти и взять спокойно маяк. Не надо ввязываться в бой в заведомо сильным противником. Заведомо проиграть. Я беру третий маяк, ребят, я его возьму. Я уверен, что возьму третий маяк. И у нас в стадии 3 маяка, посмотрите, спокойно, размеренно. Выживи, выживи, выживи. Все, видите, я умер. Я не успел бы убежать отсюда. Вот Наташка у нас играет, смотрите, бодрая такая. Видите, Наташка какая? Красивая анимация ходьбы, Наташке нравится. Реально, старые мехи, они выглядят классно бронированные. Вон, Егорка в меня стреляет с наслаждением. Мне нужно доползти, подморозили меня. Блин, большие мехи, реально, вот ими классно, я прям удовольствие. Но не живут, ребят, вообще не живут. Немножко бустанул у меня кипарик сзади. Удалось бочку пропалить, не по-детски, а помощь понадобится сейчас. Здесь кто-то есть. Так, бочку убили, значит, мы город смогли оборонить. Так, щит прожгли. Лечилка готова, попробуем троллейбуса замахать. Там злой троллейбус в центре. Пошел, честно говоря, Лео на смерть.
все, что хватило сил, все вооружение, ребят, все, что хватило, щит только снять с троллейбуса. Ну что это за нахер такое? Полная херота какая-то вообще. И кто-то мне еще при этом говорит про какой-то скилл воробот. Я, у меня будет серия видосов антискилл. Я буду выпускать специально, демонстрирую. Так, ребзи, давайте, взялись. Троллейбус злой тон. Так, а здесь что у нас, орочек у нас здесь? Аэроорбитальный добьет меня, не выйду. Ну, частично ушел из-под удара, но частично. Так, а мне надо. Оп, помогаю. Надо на левый фланг проходить. Сняли мы все-таки орочика слева. Поздновато он, увидел, орочек в начале все-таки нужен. Или прям совсем в конце. Так, пойдем, братан, надо маяк брать. Да елки, он что, в центре? Он чувак в центре. Орбитальный промазал, сынок, все. Сосямба! Черт, второй орбитальный. Да чтоб вас, блин. Кто придумал орбитальный удар? Покажите мне его. Я все о нем скажу. Нам нужна позиция на Артуре. Ребят, держите оборону. Неплохо бы кто-то в город зашел бы. Будем держаться, конечно. Сейчас я его ослеплю, и все, у нас будет ништяк, блин. Все, пацаны, валим. Валим, молодцы. Близко подходить нельзя, ой, как маяки все забирают, и некому вернуть. Так, а там титан у нас, да? Да, титан. Ребят, муромца надо убить в центре, в Колизее. Так, молодцы, убили муромца. Я в оборону сажусь, у меня 20 тысяч. Меня простым орбитальным сейчас добьют. Ух, какая сборка уже хорошая у того парня, да? Так, молодцы, рандом, смотрите, мой в атаку пошел. Красавцы, я здесь, честно говоря, пассивно играю. Ничего с ними особо сделать с этими ребзями не могу. Ну вышел он на меня добивать. Я ослепил его сейчас. Офигеть. Вот вам Артур, ребят. Кто говорил, не надо брать, а? Вот такую сейчас словил сосямбу нормальную этот лучидор. Вообще классно прям. Да, вот это я понимаю, оборонительная, значит, тактика. Я и брал его чисто для обороны, держать рубеж. Вот, меня сейчас еще подремонтируют Химдал чуть-чуть. Все, и наши все пошли в атаку. Пойдем.
Он меня не кисло заремонтировал, вот хпшку он подымет себе. В стап он себя подымет хорошо, наремонтировал. Ну что, левый против нас? Левый вышел против нас. Я, честно, не горю желанием его убивать. Так, давайте посмотрим. Нас куда-то закинуло, смотрите, к лютым ребятам. Но 5 ключей мы взяли за счет маяков. Бриллианты первые места занимают. То есть первые места у нас бриллианты. Это все ливеры, ребят. О, давайте посмотрим ангар бриллиант 2. Ливер, посмотрите. Полюбуйтесь. Зато скорпион у него есть. Лево что-то вообще непонятно. Может, это боты? Пилоты так нормальные, 40-й уровень пилоты, 50-й уровень пилоты у него. У нас пилоты, у нас... мы только у двух пилотов открыли по второй строчке, да? По 500 голды потратили. Смогли, мы 5-й месяц играем в Robots. И тут чувак неправильно развивает свой ангар, посмотрите. МК-2 у него. Наташка МК-2, левый МК-2, он какой-то ерунды занимает. Зато Минга вкачал 64 уровень. Ай-яй-яй-яй. Лантерна у него булава, Vengeance кисти. И все, он попрокачал, всю платину слил, чувак, соответственно. Сейчас он ливает и пытается как-то там ливерствовать. Абсолютно неправильно развитие у человека ангара. Не повторяйте за ним, это просто жесть. Дальше ему ливерство не поможет, он просто потом ему надоест ливать, и он удалит игру. Потому что невозможно будет ему играть. Его будут просто разматывать. Так, ангары не могу посмотреть. Плохо. Обещанный от разрабов мультикросс платформа, как они обещали. Да, мы играем вместе. Мы играем вместе, но мы даже не можем позвать друг друга в Авзо. То есть ребят с Android, со Steam'а на Иусе играя, я не могу позвать, не могу играть вместе с ними во взводе. Поэтому это не полный мультикросс. Это ерунда. Полный мультикросс — это кроссаут, это танки. Когда я на компе, чувак на планшете, на андроиде, мы можем позвать друг друга во взвод, играть вместе. Это полный вот реально мультикросс. А это пока так, объединенные сервера. Ну хорошо, хоть вместе играем. А то раньше этого не было, играли вообще по отдельности. Так хотя бы стали видеть друг друга в бою. Так, я думаю, мы нормально провели бой. У нас тут что-то есть, да? Выполняем задание. Так, нам бы еще серебряный сундук сегодня поднять бы. Это вполне достижимо. По ивенту особые призы настолько жестко сделаны, новичку никогда этого не достичь. Очень большая, посмотрите, да, разница до особого приза. Ну, новичку нет, не получится. Нужно донатить. Донатить. Может быть, не так много, чтобы хотя бы взять бронзу, да, скажем так. Рома Биджи... Рома Б. Джонсон. Добрый вечер, команда. Добрый вечер, Рома. Спасибо за поддержку. Так, мы продолжаем. У нас бусты прогорели. Так, что у нас есть из сундуков? Крутануть рекламу. Так, здесь ничего нету. Здесь, в принципе, особо тоже ничего нет. Ну, платину можно взять, попытаться.
Че не выбирает-то? Давай, блондинчик, расскажи нам, что выбрать. Тиньков инвестиции блондинчик предлагает. По ощущениям Тинькова, что-то, мне кажется, недолго осталось. Это до платины чуть-чуть не доехали, да? Каких-то там 2 миллиметра. Так, включаем бусты, идем дальше. Включаем все и идем еще в бои на полчаса. Конкурс. А что, уже хотите конкурс прямо сейчас? Только за конкурсом пришли, то есть вам пофигу на путь новичка, я так понимаю. Те, кто только за конкурсом пришел. Так, большая карта. Очень-очень большая. Так, у нас превосходство, можно не торопиться. Тести Кейк, ты бы сбросил свой ангар бы посмотреть, реально? Вконтакте сбрось посмотреть свой ангар. В раскладке, да, раскрытые? Сбрось. Я хочу удостовериться, что твоя лига соответствует тому, в который ты с нами сейчас играешь. Я думаю, ребята там справятся. Меня интересует стремительная атака сейчас на дальний маяк. Мы уже... Так, ну Гриффина я могу забрать, цель достаточно легкая. Смотрите, у него клакинг юнит есть. Вот такой Гриффин, еще и не завалишь его, слушайте. Сейчас Орочи потеряю. Злой такой Гриффин. Атакует меня Найтингл какой-то там. Супер Цезарь, значит, да? Прям Супер Цезарь. Прям Супер Цезарь. Правильно, полетаем. У нас задача выполнена, мы взяли 3 маяка. Короче, кирдык. Так, что, где мы отражаем атаку? На отражение можно, в принципе, Лео слить. Потому что потом куда-то на нем идти на столь большой карте нет смысла, он очень медленный. Так, разейка добила Тести Кейка. Это сейчас приземлится или что он там делает? Нифига не видать. Вот что он в воздухе или он стоит? Нанес я по нему орбитальный. Супер че? Супер самовар. Видали, какие челики играют в экспертах? Упакованные парни. Идем вместе в атаку, идем с тобой. Я ж твоим щитом прикрываюсь. Давай тебя на время прикрою. Только недолго, конечно. Так, парни, вперед. Так, зря я сюда вылез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да я не могу даже щит у него снять, да чтоб ты... Так, а что у нас по маякам? Так, в центре ребята отбились. Пока маяки за нами. Так,
Меня кто-то подремонтировал. Спасибо большое, но, парень, ты очень нужен в центре. Прям вообще капец, как ты нужен в центре. Так, ребята, здесь у нас все грустно. Вот сейчас он вовремя пришел, Диметр. Прям четенько пацан все делает. Берите с него пример. На непрокачанном Диметре играет как надо, собственно, на нем играть. Он делает все правильно. Я вынужден... Мы погибли с ним вдвоем здесь. Но центр взяли. Лео быстро погибает. Я, конечно, раньше на Лео можно было играть дольше. Сейчас вот так вот погибает. Раз и все. Реально, секунда полторы. Чем его, не знаю, упаковывать. У него, кстати, один пассивный модуль. На него, конечно, надо ставить Last End. Без разговора. Ничего не выйдет, дружище. Пытается там нарочь. Чувак сейчас спрятаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, успел. А у него нету смуты, нету кривометов, и сразу можно выжить за препятствие. Сразу появляется маневр, сразу появляется скилл. И нет этого тактического бреда, да, с этими кривометами. Так, попробуем прокрасться еще на маяк. Можно попытаться. Попытаемся пробраться потихонечку. Вон, Егор тоже бежит со мной на маяк. Ах ты, черт тебя дери, блин. А чем меня убивают? Я не вижу, каким меня убило кораблем. О, ну ладно, я здесь возьму маяк, я не против. Кого мочат, тести кейка мочат. Вот напиши нам ВКонтакте, тести кейк, реально, какая у тебя прокачка? Что ты делаешь в младших лигах? Ведь, по-моему, что-то не так с этим делом у тебя, дружище. Что-то вот-вот не так. Не люблю ливеров, ребята, вот не попадайтесь. Тогда не будет, соответственно, вашего шпыняния, так скажем. Так, прикроемся лучидором. Пойдем вот так вот. Так, у нас атака, но времени мало. Так, а что я туда иду? Там два титана, нефиг мне там делать, уходим. Только время потеряем и увязнем там самое главное. Давай, беги. Выскочили мы. Так, ну ребята, вперед. Чего не лезем-то, никто в атаку не идет. Ястреб сейчас хорошо помог нам. Реально хорошо. Так, где ближайший? Ближайший тот маяк. Побежали. То есть надо четко по маякам бегать, стараться. Еще орбитальный по мне прошел. На Рейвене играет, да? Ему нравится на Рейвене играть. Он получает удовольствие. Сейчас в этой лиге он получает удовольствие. В дальнейшем Рейвена его будут драть как козу. Вот, соответственно, я люблю Рейвена. Я тоже хотел бы на нем играть и получать удовольствие, но не могу. Потому что я должен показывать правильное развитие новичка. Рейвен
запоздавший мех, он поздно появился. Мех интересный, но не играбельный абсолютно, и в том числе в Лиге Чемпионов. Нет, я могу, конечно, как Мэнни там или Андрей Гейминг снимать с утра обзор против студентов. Этот стрим вы можете посмотреть, утренний стрим, как дела обстоят War Robots. Вот, ну, еще раз говорю, Рейвен не играбельный, поэтому мы его даже с вами снимать не будем. Все маяки у нас, все-таки катку взяли. Тести Кейк, ты зашел поддаться нам в этом бою, да? Ты решил поддаться нам? Судя по уровню игры, поддается Тести Кейк. То есть у нас сейчас получается 85% роботов игры War Robots неиграбельны в Лиге Чемпионов. Оружие примерно, комбинаторики модулей и оружие примерно 90% неиграбельны в игре War Robots. Из-за неграмотной политики разработчиков создания баланса в игре по пушкам, оружию, эффективности того или иного вооружения. К сожалению, пока такая ситуация. Тести Кейк, сбрось свой ангар, не поленись. Мы тебя знаем. Сбрось ангар, посмотреть твой. Насколько ты соответствуешь экспертам третьим, хочется посмотреть. Или напиши честно, ливаешь ты или нет. Тести Кейк, напиши честно, ливаешь или нет. Вот честно. Вот положа пятку на сердце, значит, вот тут самое. Ливаешь или нет, Тести Кейк? Вот всем чатом тебя спросим. Так, Супер Самовар с нами играл, суровый тип. Три панчера, троллейбус, стреляет больно. Нам удалось с вами занять второе место. Мы взяли 10 ключей и 8 голды. 10 маяков у нас новичок взял в этом бою. Зацените, посмотрите. Вот как вы должны играть в новичке, стараться. Прежде всего, по маякам. Конечно, вы не сможете набить серьезные домашки. Шамиль пишет, Левантон. Так. С ливерами надо бороться, товарищи разрабы. Достаточно упорно и усердно. Так, у нас еще что-то собралось. Нам чуть-чуть надо еще, чтобы взять 50 жетонов серебряных. О, что, можно собрать что-то даже? Что, взяли? О, мы взяли премиум, ёперный театр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж теперь делать, играть придется? Блин, нет времени играть. Мы сейчас немножко сыгранем и все. И нам надо конкурс проводить, ребят. Конкурс надо проводить. Так, стабильно с левого фланга умирает у меня Орочи на дальней карте, не судьба. 94 тысячи хп очень мало. Надо озаботиться нам немножко по-другому, как-то сделать дело. Будем ходить через право теперь на каньоне, меняем тактику. Будем ходить через право. Вступим в поединок сейчас с одним типом. Это тип Лео. Жаль его убивать, но он погибнет. Центр наш. Крадемся к снайперу аккуратно. Опасно это дело, Ватсон. Смотрите, они сюда не смотрят. Они меня пока не видят. Вообще не видят. Посмотрите слева, видите? А этот меня видит. Молодец. Засек меня. И все равно, несмотря на всю стратегию и тактику, я моментально подох, мало хпшки. Из-за фризов у меня сейчас половина выстрелов девастатора.
и половина выстрелов Тандера не прошли. Вы видели, он у меня дергался, он у меня фризил. За счет этого два попадания в щит сейчас не были засчитаны. И одно попадание в корпус урон не прошел. Вот, у меня срезали хпшки, у меня было мало. Фризы, конечно, тоже игру подрезают. Но это уже давно, все никак там архитектуру серверов не наладят разрабы. Но с текущей мировой ситуацией, может быть, они и не будут сейчас уже налаживать архитектуру серверов. Тогда, в связи с этим, я вам рекомендую снизить серьезно спецэффекты, чтобы они не перегружали сервера. Моментально, смотри-ка. Призма МК-3. А, я понял. Вот он наслаждается там на призме МК-3 сейчас и херачит. Просто расстреливает мой замечательный рандом. Пойдем с ним на сближение, попробуем любой ценой его завалить сейчас. Ура, бежим в атаку, черт возьми! Ю-ху-ху. И бутылка рома, огонь! Еле снимаю щит у него, посмотрите. Это все, что смог сделать. Из-под удара выходим орбитально. Бум. Чем убили-то хоть? Опять призмой меня убили. Да чтоб тебе его. Я пытался дважды до него добраться. Геройски. Центр возьмите, чайники. Можно ж центр взять. Там уже Артур, ребят. Я его подменил, центр взяли, выходим теперь отсюда. Справа требуется. По стрелянту справа. Отходим, 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 отходим. Буфер есть по времени, можно пострелять орбитальные по мне. Причем какие-то орбитальные, болючие такие достаточно. Ну, конечно же, не как у меня дредноут, да? Нормально орбитальные прилетают. Ну что ты там летаешь, как чайник, на маяк приземлись, там хотя бы оттянешь их, ё-моё. Можешь же дойти до маяка-то, ну. Не будьте лошпедами, ребят, играйте нормально, ну, ёлки-палки, сколько вам нас осталось? Пилот нужен Джонатан. Сейчас играет нормально Фафнир только с Джонатаном. Ну, с бабой, с Джоан, или как она там? После посадки, чтобы ремонтироваться, соответственно. Ничего мне не получается сделать. Соответственно, налево вообще бесполезно выходить. Центр пойду подохну. Надо с фланга зайти, помочь. С фланга слева пойду. Так, меня свалили, ну, по крайней мере, маяк вернули. Все, грусть и печаль, последний левый у меня, куда бы мне зашкериться, чтобы сразу не сожгли. Третий бы маяк взять, подержать бы еще. Не, 4 минуты долго. Долго. Не, берут наши, берут. Чего это там берут? Опа, бежит чувачок. Ну и что, третий, ну пойди ты туда, верни маяк, видишь, забирай. Молодцы, убили, и что теперь? Я пока поремонтируюсь тут. А
Артур, ну ты можешь взять левую фланговую моя? А Муромцу сейчас достанется там. Так, справа вот молодец, пацан прорывается. Молодцы, молодцы, держимся, 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 держимся. Держись, парни, такой отчаянный, 2 минуты. Буду болеть за моих, потери большие у нас. Чувак на призме выкосил всех у нас. На МК-3. И очевидно, что в эксперте не может быть никакого МК-3. Просто жесть какая-то, не знаю, с этими ливерами. Посмотрите, сколько ливеров сегодня мы вам показываем. Я имею в виду, сейчас обращаюсь не к вам, товарищи зрители, а вам, товарищи разработчики, да? Смотрите, сколько ливеров. Ну что это за игра у нас такая? У меня от этих спецэффектов, от этих ремастеров. Айфон дико нагретый сейчас, на нем можно яичницу жарить. Это что же ненормально? Он просто раскалился. Кстати, планшет у меня не греется. У меня вот недавно стал греться телефон. Хотя он не должен греться. Он ни от чего вообще не греется, только от игры War Robots. Что-то явно не так, соответственно. Мне кажется, спецэффекты что-то, ну, Эребор. Так, ну у нас, по крайней мере, по 400 тысяч серы пошло за бой. Можно посмотреть, но это ливер однозначно. Слишком сильный для лиги, раз. И слишком... Мешает, да? Ну, мешает нам играть, получать удовольствие. Мешает. Намеренное создание помех во время игры. Два. Ну вот. Ну, все. Я считаю, что все эти жалобы не работают. На самом деле у разрабов все это херня. Вот. Мы, конечно, все жалуемся, но не знаю. Как они нам попадаются из боя в бой, эти ливеры, так они нам и, собственно, эти ливеры и попадаются. Посмотрите, одни ливеры. Я не знаю, что еще вам говорить, что нужно для развития игры. Ребят, каждый стрим говорю. Тут опять эта карта, да, чтобы... Ладно, еще раз пробуем. Еще раз пробуем. А когда снимая бегемота на призмах, хрен добудешься, когда до этого каньона. Мы теперь ходим через право однозначно. Центр наш добежал, молодец. Там Фафнир еще рядом. Так, нам удалось взять 2 маяка. Нам надо взять 3 маяка, да, лучше для статы постараться. Чем меня убили? Меня убили к маркерам МК-2, соответственно. У нас даже МК-1 мы не можем выкачать. Мы даже МК-1 еще не можем выкачать. Мы играем 5 месяцев. Наш новичок чего достиг? Ну, мы, правда, играем без доната. На самом деле, донатить-то в игры надо. Поддерживать надо разрабы, иначе игры умрут. Вы тоже должны это понимать. А то называют донатная помойка. Ну, любая игра донатная, мобильная. Если не донатит, то любая игра вообще сдохнет. Ее не будут делать. Также, соответственно, если вы перестанете поддерживать каналы, то, соответственно, я прекращаю вести рубрики War Robots. Все. Сразу прекращаю, просто серьезно. Это абсолютно не будет иметь никакого смысла.
для меня, по крайней мере. Как для взрослого человека. Так у нас получается контент, это контент-мейкерство. Один обзор у меня занимает 5 часов. Примерно сейчас я обзоры перестал делать, и я ввел рубрику «Обзор под заказ». Кто хочет, соответственно, может заказать. Сейчас у нас более-менее, посмотрите, удалось лево пройти на центр. Но с другой стороны, был обмен, да, с Ютубом. Мы делаем контент, они предоставляют рекламу, и, соответственно, ютуберы там какую-то рекламу зарабатывают. Когда этого нет, теряет все это смысл. Вот. Поэтому исключительно держится сейчас вот то, что я вам всем делаю. Контент, развлекуху, конкурсы. Фиксоникам я говорил про эту проблему. Они деньгами не поддержали Руссектор блогеров. Не поддержали и вряд ли это будут делать. Вот, зато поддерживают ребят. Вот реально вот из 32 тысяч аудитории человек 20-25. И вы сейчас весь можете смотреть контент по всем каналам по ВР. Вот благодаря реально 25 людям. Вот серьезно, на полном серьезе говорю. Так, у нас какие-то подвижки есть? Нет, с переменным успехом идет бой. Лео, по крайней мере, не зря ливанул. Попробую пройти направо. Аккуратненько. Надо подкачивать, не мехать. Серебро нужно. Нам нужно серебро немножко подкачать по уровню роботов, чтобы, ну, хпшки было побольше. Маловато хп. Маловато. Нам нужна хпшка, потому что, ну... Ох ты, это по мне, что ли? Жестко он меня пригвоздил. Прозевал я его, прозевал. Но я здесь ничего не сделаю. Немножко постреляю, дам снежинку, помогу братве. И летит моя смерть в меня. Вот она. Нет, еще жив. ХЛМК-2 меня убил, короче. Я стал поглядывать на надписи, просто не всегда. Успеваю очень мелко на телефоне. Так, ребят, нам бы как-то здесь надо с вами скооперироваться. Сейчас лево фланговый, если заберут, у нас начнется точка невозврата по времени, тяжеловато будет. То есть пока наблюдая за тем, соответственно, да, как вот ребята любят воробот, поддерживают канал. Мне жалко бросать, ну, полностью вас всех. Жалко его. Но с другой стороны, я понимаю даже, с точки зрения развития Яндекс.Дзена, я уже проанализировал аудиторию. Гораздо лучше заняться реально кулинарией, рыбалкой. Во-первых, это природа. Во-вторых, это вкусно. Вот. Плюс никакой не будет токсичности. Здесь только токсичных, ну, аудитории токсичной много в ВР. Очень много. Я сейчас сделаю рывочек и будем отходить назад. Там Муромец идет. Вот он злой по мне вкорячил. Отходим, отходим, отходим. На щит приняли. Больно. Пошел, 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 пошел. А, он меня достает, и у него вооружение неприятное для меня. Там он как-то опрометчиво вылез этот Муромец сейчас. Я по нему маленький пук орбитальный нанес. Сейчас он прыгнет, и мне кобзда. Уходим. Набираю дистанцию. У меня достает Муромец, да, получается? Почему у меня отстрелили именно мою самую главную пушку? Ну, обидно же. Да чтоб тебя убил моего, черт возьми, Титана. Ну, он, конечно, у нас какого там начального уровня. Но вы видите, все-таки сражается у нас Артурчик-то. Все-таки не совсем лашпендер-то. На Киде мы вообще ничего не могли сделать. А теперь у нас появляются тактические моменты. И периодически мы можем что-то сделать. Пусть не всегда, но можем. Чуть-чуть не добили мы, ребят. Надо выжить и не сдохнуть.
Который тебе надо? Потому что нам нужно взлетать и убить обязательно Минга. Потому что ребята, может, добьют? Или я добью? Добили они, наверное. Так, слушайте, у нас, кажется, перелом в сражении какой-то небольшой происходит. То есть, вполне вероятно, появляются шансы. Победоносные шансы, да, какие-то. Вон там двоечка стоит, я по ним орбитальный пук применю. Кстати, попал. Последний титан у противника. Еще один маячок возьмем на каньоне на большом. Еще один маяк у них остался. Можно попытаться пройти туда. Так, стремительный захват последнего маяка. Успею ли я в дележку? Не знаю, успел или нет, как думаете? Я старался успеть, конечно. Мушрумер. Грибобас. Так, несмотря на то, что мы в полной опе по стати. Вы посмотрите, мы в стати полная опа у нас. Но, посмотрите на призы. Мы ничем не отличаемся от чувака, который в топ-1. Почему? Потому что мы взяли 5 маяков на большой карте каньон. Немножко постреляли в меру своих скромных сил. Вот, и убили 2 мехов. 5 голды, 5 ключей мы взяли. Да, сегодня долгие бои, но мы держимся. Мы держимся, сражаемся. Эксперт третий, 3 миллиона. Фиг знает, как можно набить 3 миллиона в эксперте, мне вот это интересно. Чем он там это набивает? По мне хреначили МК-2, МК-3, снизу надписи горели. Так, все, открываем сундук. Че, конкурс будем делать, ребят? Будем делать конкурс. Так, вот по десяточке надо пооткрывать. Голдишечка у нас. Так, о, корабль. Корабль мы прокачаем. И бустерочки на урон, да, дважды пришли. Хорошо, приятно. Так, операцию мы брали. Сейчас мы корабль там на единичку добавим. Так, подкачали корабль, уровень 26 у нас. Откроем, ребята, сундук серебряный. Опа! И что там? Хаммер слева. Нам, конечно, нам хаммер нужен. Альберт пишет, поиграй еще часок. Не, Альберт, нет. Да Харпи, да черт тебя дери. Ну ладно, мы ее продадим. Детали, у нас есть еще одна Харпи. Полностью робот, мы продадим его. И детали Харпи тоже продадим. Это нам не надо. Так, бусты у нас прогорели. Смотрите еще раз наш ангар. Что нам удалось достичь без доната за почти 5 месяцев. Потому что май еще не закончился. Май еще не закончился. Вот когда закончится май, тогда мы сможем какой-то итог подвести. Так, в принципе-то еще пока рано. Рома Б. Джонсон. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо. Спасибо, Рома. Итак. Лео абсолютно неиграбелен. Ему бы хорошо вернуть призму и играть на дальности. С Адрианом, ребят. Медея, конечно, нам понадобится. Лео гораздо лучше играть будет реально на призме и трех лазерах.
как последний мех на больших картах, хоть что-то издалека или в середке выводить. Мы видим абсолютную бесполезность его практически на кислоте. По фану, да, побегали, поиграли. Сносится вот так за секунду, конечно. Так, ну что, начинаем конкурс. Начинаем конкурс, ребят. У меня уж даже чай закончился, ё-моё. Ой, что это такое? О, Ессентуки, четверка. Ух, как будто глоток моря сделал. Ой, вообще жестко. Так, ну что, ребят, готовы? Надеюсь, что вы все заполнили. Так, у нас 200 замечательных ваших 49 ответа. Так, я сейчас закрываю ответы. Все, ответы закрыты. Сейчас, ребят, я скачаю табличку. Создать. Надеюсь, сейчас все. Так, Google у нас не протупил. Так, я сейчас проверяю. 250 ответов. Сейчас я скачаю таблицу. 251 будет наш новичок. Дадим шанс ему тоже выиграть Дазлер. А то он все у нас что-то лажает, лажает. Ничего выиграть не может. Не знаю, что не за байда с ключами было. Пока два. Откуда там ключи нарисовались? Там не знаю, сколько? Две. Две с лишним тысячи из ниоткуда ключей взялось у нас сегодня. Халява, короче. Неясная бака-то или кто-то ошибся. И задонатил нашему новичку. Вообще надо было по чесноку их списывать, не открывать. Наш без доната он. Ну, особо, в принципе, ничем мы-то там и не взяли. Пилота взяли хорошего. Медею. Так, наконец-то скачались ответы. Так, в моей группе ВКонтакте... Воробот стоп сборки видеообзора. Последний пост сверху. Я загружаю ваши ответы. Называется 14 мая. Призы Дазлер 25 штук. Все, ваши ответы загружены. А давайте я, собственно, наверное, вот так вот сделаем. Нам пока тогда не нужно, соответственно, да, Воробос. Вот, посмотрите, моя группа ВКонтакте, Воробот стоп сборки видеообзоры. Вот ваши ответы все. Можете свой номер посмотреть. Я сейчас открываю. Так, вот ваши ответы. Здесь у нас будет 25 победителей. Напоминаю, на следующей неделе два конкурса. Спирит Смута и Спирит Раздор. Вот, предоставили разрабы нам на конкурс. Спирит Смута, Спирит Раздор. По 25 призов. Два конкурса на следующей неделе. Не три, как обычно, два. Два. Вот, хорошо, что вообще они их не сняли, могут вообще снять. Ну, тогда могут и попрощаться сразу с моими обзорами обновлений и так далее, и так далее, и так далее. Так, мы добавляем нашего новичка в таблицу. Ничего не знаю, даже если кто-то против в чате, может пойти в лес и собирать сморчки. Такие грибочки растут, кстати, очень вкусные, жареные, с луком. Вот, так что либо кто-то идет за сморчками, либо кто-то поддерживает нашего новичка, и он в таблицу будет. Потом... Так, ну, значит, побратишь, значит. Тьфу ты, тип твой налево-то, а? Так, побратишь участвует в конкурсе, ничего не знаем. Иус платформа у нас. Все. Иус. Четко, да? Ну, айдишку я потом возьму, чтобы сейчас время уже не терять. Все мы знаем нашего побратишку. Что там, вот он, побратишка. Так, стоп. У нас получается побратишка номер 251. Хорошего вечера тебе и по традиции всем добра. Все.
всем добра, друзья. Вот самое главное, всем добра и здоровья. Всем добра и здоровья. Наш канал Натрова, Командер, ё-моё. Командер у нас, значит. Да ёп. Командер. Всё. 251 номер у нас, и мы приступаем. Мы сейчас, значит, да, наш этот рандомайзер онлайн. 251 чоп. И 251 это наш, значит, новичок. Болеем все за новичка, и он обязательно выиграет. Первый призер. Сейчас мы пятерочку набиваем призеров, потом кричим в чате, ребят. 11 номер. Фантом, Фантом Пэджи, Андроид, Фантом Пэджи. Разлюбил я желтый цвет в последнее время. Так, Фантом Пэджи, мне сразу... Мне сразу вспоминаю, ребят, Кинзанза, да? Мистер Пэджи. Ку! Нет, подождите, мистеру Пэже там что-то до хрена набыло, у него, по-моему, малиновые штаны. Ну, в общем, там вся фишка тоже в штанах была. Местная власть это лопа, да? Так, 99, смотрите, 11, 99. Какие-то магические цифры, ё-моё. Радамаерл. Кстати, видел я его в чате, этого товарища, сегодня. Радамаерла я этого видел. Так, он мелькал там. Так, давайте мы еще троих и будем их искать в чате. А, 199. Цифры какие выпадают. Прикольно. Нарушитель Android Gangster. Тоже видел. Тоже братишку в чате видел. Ну, сейчас они должны, конечно, откликнуться. Но я их видел. Так, 179. 179, друзья. Егор 29 Android. Да, хочу сказать, дорогие мои, по поводу токсических комментариев. Напрасное сотрясание комментариев в Ютубе. Вот, это бесполезно. Мне писать бесполезно. Я вижу, когда токсичный комментарий, чувак сразу улетает в бан, мои хорошие. И никогда уже, учитывая текущую ситуацию в мире, разбанен не будет. И никаких амнистий и разбанов ни на одном моем ресурсе не будет. Поэтому, ну, давайте жить дружно. И как говорит Игорь, быть добру. Я за добро. Токсичные комментарии. Реально глоток моря и синтуки. Соленая очень водичка. Так, еще один у нас байс. Так что давайте мы без токсиков будем обходиться. Я, например, если на пиксоников ругаюсь, то только конструктивно. Я их никогда не оскорблю, потому что ребята тоже, кстати, делают большую работу. Я многих из них знаю лично, я бывал у них в офисе. Их там дофига, там огромный офис ребят работает. Им, конечно, всем тоже надо кушать. Поэтому донат будет. О, жмых пожилой. Давненько тебя не видал, брат, в победителях. Раньше ему чаще везло. Итак, зовем жмых пожилой, Егор 29, нарушитель, Радамайер, Фантом ПЖ. Фантом ПЖ, три раза Ку. А? Здесь пацаны. Так, нарушитель здесь. Фантом ПЖ здесь. Жмыха нет. Да ладно, Егор здесь. Пожилой жмых, он всегда сидел до упора. Но мог старенький уснуть с газеткой в кресле качалки, ё-моё. С журналом о светлом будущем. Как советские корабли бороздили пространство американского космоса. Ну, жмых, мы верим в тебя. Это старенький боец, ё-моё. Так, здесь все, кроме жмыха. Здесь все, кроме жмыха, да? Дальше, поехали. Давайте мы пока следующую пятерочку, ребят, сейчас забубенькаем. Следующий пятак. Сто девяносто пятый. С
свирепый Гарри. Гарри Морган. Опять ты. Вот это фартовый челик. Реально вообще. Очень фартовый. Так, свирепый Гарри. Дальше. 53. PSVR. PCVR или PSVR. Hard Steel. Hard Steel. Что значит? Тяжелое железо, что ли? Hard. Hard. Тяжелый. Hard. Сложное. Тяжелое железо. Hard Steel PSVR Android. 22. Тук-хары. Кратко и лаконично. Тук-хары, что непонятно? Что тебе надо? Что ты там не говоришь? Тук-хары. Интересно, что это значит? Как переводится? Напишите, пожалуйста. Ты, может, я сейчас что-то неправильно произношу вслух? Да? Так, 154-й. Что такое тук-хары? Амига 44 Рус. О, да уже. Старенький игрок, давненько не видел я его. Решил вернуться в War Robots. Так, раз, два, три, четыре, еще один. Жмых пожилой. Старый джентльмен. 112-й. Здесь-то у нас... Мы враги. Титаниум 1. Да нет в игре врагов. Есть противники. Которые сейчас противники, а потом союзники. Есть оппоненты. Все мы игроки. Врагов нету в игре. Надо быть добрее. Надо любить друг друга и покупать друг друга пивас там. С орешками солеными, например. Так, жмых пожилой здесь. Свирепый Гарри, PSVR, Титаниум 1, Амига 44 и Тук-хары. Тук-хары, вот. Я ищу вас, пацаны. Жмых. Ребят, жмых — это такой старый перец вообще. Старый джентльмен. Давайте дадим ему приз, даже если он уснул. Он всегда сидел до конца. Он мог просто выпить чашечку абсента и потерять сознание. Так, титаниум здесь. Титаниум здесь. Кто здесь? А где все остальные? Свирепый Гарри здесь. Так. Да, Гарри, снова Гарри. Он выигрывает. Дайте пока отмечу, что здесь. Гарри здесь. Ой. Так, следующую линейку будем посветлее, да? Тук-хары не увидел, Амига не увидел, Титаниум еще здесь. Еще раз кричим, жмых пожилой, PSVR, Тук-хары, Амига 44. О, Амига здесь. Да, фартануло тебе, Амига, давненько тебя не было видно. О, жмых пожилой, все, проснулся и поднял свой взор из-за газеты. С последними хрониками стремительно падающего курса доллара, значит, и сказал, что он здесь. Супер ништяк. И тук-хары здесь. Сагит. Я ж тебя знаю, по фотке знаю. Сагит. Сагит тебя зовут, дружище, и мы. Я помню это самое. Так, тук-хары здесь. Жмых пожилой, значит. Оторвался от прогноза падающего курса доллара до 22 рублей. Соответственно, через 3 дня, да? Так, у нас остался PC, PC VR и Amiga здесь, братишка. PC VR, а может я прозевал, здесь он? Здесь у нас PC, 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 PC VR, V, ладно. Ну, он откликнется обязательно. Может быть, вполне. Мы пока сохраним, что у нас имеется. Hard Steel, Hard Steel. Здесь? В RZS, поищи его, пожалуйста. Это, походу, из твоих братишек. Так. Дальше давайте мы разыгрываем
113. Первый Сафрон. А второй тогда где? Куда дели второго? Быть оранжевый тогда пока что. Так, первый Сафрон, значит. Есть. Сейчас будет второй Сафрон. 2-2-4. Так, 2-2-4. 20 киллер 15. То есть суровый киллер. Не помню, сколько завалил роботов. 15 роботов или 20. В сомнениях, значит. Профессионал. Так, следующий. Давайте, ребят. 184. Чё нафиг? Я читаю, что-то там, у меня уже слово в голове формируется, взрослое, и... Ну ладно, не будем об этом. Близняшка, значит, я смог это прочитать, вот. Близняшка, андроид... Близзи. У нее ник Близзи, это девчонка. 13-й воин. Или воительница. Пионерка, комсомолка. Вот. Спортсменка, разрядница, значит, краснознаменница. Так, дальше поехали. Близняшка. О! Ну, это прям русский фартовый человек под номером 21. Амиго, андроид. Амиго, кто бы сомневался, да, ребят? Все-таки магия чисел имеет место быть. Сколько сталкиваюсь с этим. 232. Так, кто это у нас? Так, брат Славянина, андроид, игровой ник Славянин. А какой Славянин? Древлянин, Кривич, Дрягва, Залесские славяне, Лютичи, Кутичи, Поляне. Какой славянских племен, их сотни они, какой именно славянин? Мне просто профессионально интересно, я очень люблю историю. Карамзин, Гумилев, зачитываюсь вечерами за чашечкой, за кувшинчиком кваса. Так, давайте еще раз позовем. PCVR, Hardsteel, первый Сафрон, 20 киллер 15, Близняшка, Амиго, брат Славянина. Ну-ка смотрим, где они там у нас. Так, брат Славянина здесь. На райончике? Понятно. На черном бумере или на сером бумере? PSVR здесь, наконец-то я тебя увидел, дружище. Все, ништяк. Все, здесь у нас он, отлично. Да не говорите спасибо, ребят. Это ваша удача, я здесь вообще ни при чем. Вообще ни при чем. Так, Харстел, давайте мы всех отметим. Ты участвовал, когда гарантированно давали Китсуни Харпин на DHWR. Поставь Скарпа для борьбы против Харпин Сирелии или против танка. Он мне советует. Спасибо большое за поддержку. Советует мне поставить Скорпиона для борьбы с Гарпиями и Сиренями. Да, его можно поставить, если прокачать до 9 уровня и вкачать на него уровня 12 хаваки. Хотя бы 2 хавака на него поставить. И хрен с ним, тогда раем один вкачать, чтобы замораживать цель. Заморозил и хаваками вкорячил, соответственно. Тогда можно. В противном случае пока его ставить бесполезно. У меня нет столько хаваков, дружище. Мне хаваки нужны 2 на Фенрира. И 3 на Диметра. И получается еще 2 на Скорпиона. Я один собираю уже месяц. Один, а мне еще второй на... собирать. Так, первый Сафрон, 20 киллер, близняшка Амиго. Где, пацаны? Амиго здесь, красавчик. 20 киллер здесь. Сразу отмечаю, потому что память как у утки. Потому что хочется уже ужинать. Поэтому как у утки. Так, в одно ухо влетело и сзади вылетело. Так, и Амиго у нас здесь, значит.
Первый Сафрон и близняшка. Где девчонка и Сафрон? Алло! Где вы, ребята? Где вы? Оксана, все здесь? Первый Сафрон здесь. И близняшка здесь, да? За близняшку отвечает у нас Оксана. Близняшка, вот она. Вот она наша красавица. Блин, да что ж ты такая соленая-то, ё-моё. Почему ты здесь? Я же ставил Шишкин лес. Сразу раз и всем по шишке или на шишку, или по шишке, шишки и... Ну, неважно, в общем. Так, все здесь, все молодцы. Давайте мы всех отметим. Так, Сафрончик, молодцы. Так, продолжаем. Следующая пятерка победителей. У меня расстроение. Так, 110-й, ребят, 110-й номерочек. Дальше у нас идет это Серега Кемперяшка. Мальчик или девочка, непонятно. Ну, неважно. Сейчас цвет подберем. Не знаю, какие у тебя цветы. Так, есть у нас Кемперяшка. Так, дальше. 202. Поставь Скорпа в ангар. Поставь, пожалуйста, Скорпа в ангар. Когда будет... Всегда, всегда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, за эфир. 202. 202. Так, игла. Гашан 2906, My Games. Игла. Очень любит Игру Престолов. Там у нее меч был. Она свою сабельку назвала Игла. Так, дальше. Хотя он, может, и не смотрел, это я так. 31. Чё? Кока или Соса? Я не знаю, как правильно, как вижу, так и читаю. Если по-русски, то Соса. Если по-амерски, то Кока или Коса. Или Коса. Что-то не могу ник прочитать. Каджив, что ли? Каджив? Или Каджив? Андроид-платформа. Так, еще двое нам сейчас, да? До этой пятерочки. 169. Джонни Кей. Джонни Кей. В Mortal Kombat вроде был Джонни Кейдж. Не дописал, братан, чуть-чуть. 208. Вадим, StarCraft 2, Game Center. StarCraft, ничего, игруха классная. Базара нет. Легендарная игра. Итак, пишем Серуга, Гашан, Соса, Кока, Джонни Кей, Вадим, StarCraft 2. Так, Вадим здесь. Близняшки уже цветочки дарят. Правильно. За девчонками надо ухаживать. Джонни Кей. Есть. Так, а остальные? Джонни здесь, да. Так, мы ищем Кемперяшку Серуга или Серуджа. Ищем Гашан Игла. Джонни здесь, StarCraft здесь. Здесь и остальные-то, елки-палки, ребят. Вока это то, что Соса, ты ошибся просто. А, ты ошибся буквой. Все, все, вижу, я вижу, вижу. Здесь. Серуга здесь. Да-да, вижу, ребят, вижу.
Вижу, ребят. Двое здесь. Так, кого нет тогда? Гошан и Гла тогда, ребят. Гошан и Гла нужен. Андрей, у меня какие-то проблемы с Трово. А, Рома Б. Джонсон. Все дошло, дружище. Спасибо. Все доходит. Все доходит. Трово нужно периодически загружать. Бывает, лагает. Вот. Трово пока... Пока мы еще на Трово. Просто нужно периодически ее перезагрузить. На Ютубе в последнее время, когда стримы я делал, значит, помните, стрим у нас выбивало. Трово у нас еще не выбило ни одного стрима ни разу. А Ютуб уже тогда начал падать. Вот. Ну, сейчас мне Ютубом вообще не интересно заниматься, учитывая, как они поступили. То есть я делал контент, я старался, много контента делал. Они просто взяли все и вырубили. О, не хочу я об этом говорить, в баню вообще. Нет никакой демократии. Никогда не было, только демократия есть. Все это херня. Вот. Ну ладно, давайте на позитиве. Так, у нас Гошан 2906 потерялся. Так, здесь Гошан. А, здесь все, вижу Гошаны. Вот он. Вот он. Все четко, слушайте, у нас прям как в аптеке. Все пацанчики здесь, красавчики. И девчонка здесь. Так, ну все, давайте мы тогда сейчас еще пятерочку последнюю и завершим стрим. Номер 9. Хорошее число, доброе. Так, Александр Санчо, андроид. Давайте мы у вас в конце седенькими сделаем. Александр 4485, андроид. Есть. Есть. Так, дальше, ребят. Так, 164, 164. Куртка 6, чё? Куртка 6. Куртка 6, короче. Курточка моя, хорошо сидит на мне. Современные песни — это кобздец просто. Или которые пчелки жужу. Жужу-жужу-жужу. Пчелка очень любит мед. Потому она поет, да? Песни сейчас — это просто, я не знаю, что молодежь слушает. Я иногда из машин соседних слушаю в пробке, я думаю, ё-моё, блин. Пипец, чё. А молодежь-то какая дохлая сейчас, вы посмотрите. Не подтянуться ни хера не могут. Дрищи четырехглазые, а то восьмиглазые, ё-моё. Вот с такими очками ходят такой толщины. Ребята, ну немножечко, ну я не знаю там. Чернику ешьте для зрения, рыбу ешьте, в ней фосфор. Уху ешьте. А лучше на рыбалку ходите, значит, подальше от компов. И живите хотя бы пару дней без смартфона. Кто может пробыть-то? Уже не вылазят все в них. Видел чувака вчера, он вошел на перекрестке в столб головой. Он вот так шел и так в столб головой и вошел. Телефон разбил, уронил. Не знаю, по-моему, кстати, в очках он еще был. Надеюсь, очки человек не разбил. Но это пипец просто. Меня называется молодежь смартфонята, ё-моё. Я не знаю, как еще назвать. 164 отметили, я уже забыл, с вами заговорился. Так, был он у нас. Следующий тогда. 147-й, 147-й. Шиморов, iOS, Данил Руся. Данил Руся, Шиморов. Или Шимора, как правильно. Если неправильно называю, вы не обижайтесь, я не специально, у меня с латиницей беда. Пусть они наш язык учат. Скоро пригодится. 54. 54. Сталкер. Сталкер. Игра Сталкер ушла из России. Бетон ей пухом. Так, дальше, ребят. 161. 161. Джонни Уолкер, 19 iOS. Джонни Уолкер. Наш новичок в пролете. Но он участвовал в этом конкурсе. Мужественно и сердито. И давайте мы на него еще раз взглянем напоследок. Он был 251 номерок. Ну ничего, может, потом фартанет. Наш новичок будет участвовать в конкурсе. А то слишком долгая продолжительная сосямба.
в продолжительности уже 5 месяцев сказывается плохо на физическом, моральном состоянии нашего новичка. Значит, сегодня он не выдержал и слил наш новичок всю платину. Вот, вот такие дела. Так, стоп, а у нас здесь-то все ребята? Слушайте, я их что-то не крикнул. Так, Александр, Курт Касан, Шимуро, Сталкер, Джонни Валкер. Валкера видел. Так, вот здесь Валкер, здесь. Шимуро тут. Курт Касан здесь. Все, что ли, есть? Так, я Александра не увидел. Я не увидел Сталкера. И я не увидел Александра. Так, еще раз кричу. Александр 4485 и Сталкер 39. Здесь Сталкер 39. И Александр здесь. Удивительное просто наличие. 100% наличие личного состава. Все красавчики. Я вас всех поздравляю. Вы выиграли, ребят, Дазлер. Это реально классные новые пушки. Мне очень нравятся они. Вот. Сейчас я сразу опубликую наших замечательных победителей. Вот так вот. Мы будем надеяться на развитие со стороны пиксоников игры Warrobots. Но им тоже не просто в современных условиях. Разрабатывать игры — это очень непросто. Что, все, ВКонтакте сдох? Давай, 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 публикуйся. Сегодня, кстати, жутко ВК лагает. Ну ладно, потом добью. Вот, друзья, на этом мы наш стрим заканчиваем. Вам всем большое спасибо, что пришли. Желаю всем добра, позитива, хорошего настроения. Вот, все было классно, у нас был веселый стрим. Мы сегодня какие-то левые ключи с вами крутили, поржали, да, получили удовольствие. Черт знает, откуда они взялись. Но разрабом на заметку, можете просмотреть стрим. Мы ведем стрим, у нас появляются ключи. Просто из ниоткуда. Вот. Это было на самом деле весело. Все, ребят, всем добра. В каждый дом по большому толстому бобру. Вот. Всем здоровья вам и близким. Это самое главное. Остальное все лирика и ерунда. И увидимся в следующих стримах, обзорах. Или в рыболовных обзорах. Да, там как вы. Завтра в 4:30 на работу. Всем, кому на работу, завтра удачи. Все, кто отдыхает, отличных выходных. Обязательно сходите на природу. Ну вот, не знаю, покормите уточек, белочек там и так далее. Получите удовольствие. Все, ребят, всем пока. Спасибо, спасибо. Низкий поклон всем, кто поддерживает канал. Вот, спасибо вам, ребят, большое. Если бы не вы, то все бы уже баста. Баста была бы, да. Паста, баста и фигаста. Вот. Все, давайте. Увидимся. Спасибо. ВРЗ, спасибо, дружище. ВРЗ, спасибо, Оксаночка. Низкий поклон за помощь. Спасибо.